Озаглавили трансляцию типа «Путь в ГМЛ». Какой там путь? Надо было назвать что-то вроде «Путь со дна» или как-то ну, более адекватным. И поменять название. А уже нашли противника. Если вы смотрите это в записи, опять же, есть первая часть, это вторая часть попытки познакомиться с мультиплеером. Очень много информации, механика сильно изменилась. Лотва. И экономика поменялась. Рабочих стартовых дают больше. Соответственно, сразу с такой старт резкий. Количество минералов в друзах уменьшилось. Что там еще? Ну, юниты новые, способности новые. Карта вот сумеречные башни, например. Кто знает. Дроп дисрапторов, попробуй на базу врага. Это что, контроль? Хотя, да, призма, там, кажется, два дисраптора помещается и все. Там и призма, кажется, по-другому работает. Она теперь может забирать юнитов издалека. Это вообще имба. Ну, то есть, значительно проще имморталов дропать. Наш противник Терн. Не хватает минералов. И карта дуэльная. Ох, кажется, у меня немножко сенса не та. Надо еще чуть-чуть ее повысить. Буст тоже сейчас кастуется только на одну. На одно строение. То есть один Nexus, насколько я понял. Так, чуть-чуть. Настройка чувствительности мышки. Блин, там же это не так настраивается. Завтыкал я с рабочим. Ладно, попробую. Мне кажется, кто-то изменил DPI. Во, да, кто-то на мышку тыкнул. Это, видимо, опять кот, саботер. Надо еще с адептами разобраться, хотя бы базово. То есть вроде у них уроны по рабочим. Ну, по легким. Там по марикам, по рабочим. Хороший очень. На наши зомби напали. Неудачник. Запилили ему уже одного раба. А нет! Неудачник. Я. Ну вы видели. Видели, что произошло. Ни в какие ворота не лезет, я считаю. Зизитопа поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 100 рублей? Свести шаки соловей. Миша, аж душа радуется. Что там? Свистишь? А, свистишь. Свистишь-то да, свистуночь тот еще. Я хочу поставить базу карманную, вот такую вот. И учитывая то, что у нее застройка, попробовать его как-то еще при этом поджать. Но это... Хотя может получиться с одного барака. Надо кору еще сделать. Это тоже можно запилить. Возможно, лес... О, лес, лес, не хватит, лес. Я уже потерялся. Где-то Warcraft, где-то StarCraft. Черт знает что. Так, давай-ка сделаем этого и кору. Кору можно? Отлично, кора сразу полетит сюда. А ты тоже идешь сюда. Вроде как... Да, пилон надо сделать еще один. Газ и пилон. Пилон на каждой базе. Более того, на каждой базе должен быть еще и... А, давай парочку этих. Точку сбора сюда. Скоро у нас будет вторая. О-о-о-о. Теоретически я должен рипера... Да, так и есть. Ну и не догоняю только его. Не надо было мне. Он чекнул базу мою. Наверное, надо сделать роботик с второй барак, пока не будем делать. Так, ты жди рипера здесь. Да хочу пострелять хотя бы, ну хоть какую-то агрессию провернуть. Но уже поздновато для какой-то агрессии, мне кажется. Так, тут барак. Тихо. А, он выходит сразу на эту нычку. Ой. Там уже... Он сразу отградился три базы. Наглец. Я полагаю, надо делать было грейд на гейты. Очень медленно я все делаю. Сори, пацаны.
Здесь ставим базу следующую. Меня рипер тут же палит. Тут же делаем апса. Пока под бустом. Переведу пару рабов на эксп на этот. Ну и, пожалуй, пару сталкеров. Эти товарищи мне ничего не принесли. Сейчас попробуем с дисрапторами поиграть. Для этого нужно побольше газа заказать. Вообще для них они строятся очень медленно. Вот это пока что самый главный плюс, который заметил у них. Ой, в смысле минус, который заметил. Так, фаржу бы еще сделать. Очень долго строится. Так, и точка сбора сразу сюда. Так. Я здесь. Так. Среди. Так. А, ВБ? Нет, ВБ. Давай ВР сразу же. Да, в два роботикса. Надо бы еще, наверное, одного апса сделать, пока... Пока есть такая опция. Почему-то опс летит назад, потому что я его... А, и надо было и вот эти вот хоткеи, клик на них. Из-за этого бинды сбивались, там товарищ подсказал. Я по фотоночке поставим. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Что это такое? Да кто-то стреляет, слышишь? Это харасман. И здесь атака. О-о-о. Кажется, все. Кажется, на этом мои полномочия как бы все окончены. Открываю гейты. Да. Минус третья база. И тут отстреливаются рабочие. Я пробую здесь отбиться. Здесь пытаюсь как-то отбиться. Надо гейты открыть. Хрен из два я тут отобьюсь. Я еще куру потерял. Так, ладно, там остался один циклон, вроде как. Среди теней. Как он бьет-то больно. Офигеть. Возвращаем рабов. Но это колоссальный удар по экономике. Я разведку еще такую клевую сделал, что... А, и надо постоянно сокращать дистанцию, чтобы... Ясно. Экономика в жестком минусе. Даже не знаю, что делать. Давай ДД. Рабочих я строю кое-как. Точку сбора поменял на базу, на следующую. Тут пока газ есть, скажу, с интреей даже. Смотрим, что у него по медеваке. Вот это бы не пропустить. Будет дропчик сейчас делать. И сталкеры нужны, что сбивать по-другому никак. Его много. И здесь нужен пилон, здесь нужен пилон. Сумеречный совет, скорее всего, надо поставить. Так, вышли. Блин, ВЦ. Я хоткей. О, он, кажется, уже улетел куда-то. Блин, капец, капец. Мы начнем. Ну, скорее всего, направо он идет. То есть на дальнюю базу он будет дроп делать. Ну, хотя я не знаю точно, куда, поэтому... А вот... Это типа он отвлекает внимание. Вечная... Значит, будет сюда залетать. Или на мейн. Уж не знаю. А, нет. Нет, просто подходит сюда. Ну, все, я отдался. Это не дроп, это просто выход был. Еще контролит. Да, все плохо. ГГ. Очень много я потерял на первой атаке. Огромное количество рабочих на третьем экспанде. Всех рабочих на третьем экспе. Надо быстрее делать роботикс, надо быстрее делать разведку, видеть выходы, соответственно, и готовиться. А еще лучше бы контакт не играть. Раба на газилке не хватает. Ну какая разница, если у меня там в конце было много газа. Не в газе дело тут, конечно же. Экономика минеральная была убита. Правильно было бы вообще убрать рабочих с газа на минералы временно. Поехали.
Там же еще мазеркор, пилоны, и можно действительно такую рампу пытаться на... поднаказывать. Да, я прозевал, в принципе, эту атаку. Ни оверчарджа, ничего. Еще надо построить пилоны таким образом, чтобы они... Они сейчас заряжаются тоже. Корой. Играем против рандома первый раз. Надо посмотреть, что за раз, и как-то вот эти вот кнопки еще отключить. Не забыть после этой игры. Так, у меня чатик того. Сразу газ, наверное, нужно пилить. Попробуем нам как можно быстрее сделать дефолтного сталкера и кору. А также протос. Окей. Того можно было на изичах застроить. Просто изи. Он еще атакует. Наглец. Пилон. Ту-ту-ду-ту-дум. Ту-дум-ту-дум-ту-дум. Все кривовато. Да вряд ли я протосом такой темы убью. Хотя, если проверить, ставит он экспо или нет, может быть и получится. Да, второй гейт. И, наверное, второй газ все-таки. Он не делает базу. Так что, тем более, не удастся на халяву. Даже так. Правильно, один газ. На что я рассчитывал-то? Сейчас пока не построится второй газ, пока не насобирается энное количество, я... У меня будет дисбаланс легкий. Вроде грейт на гейты нужно делать. Кора вылетает, ну а что она сделает? Поздновато. Ладно, буду чекать базу его. Там ставлю базу и, скорее всего, буду более в дефенсном варианте играть. Он палит мой ночь. Среди теней. Попробую убить. Да, и кору возвращаем. Сейчас попробуем зайти к нему на мейн, посмотреть, что он делает. Нужно построить больше. Ну, конечно. Пилонов. Конечно, как обычно, пилонов у нас нет. Что у него? Гейт, блинк, дарки. Спалено просто. Просто спалено. Роботикс, конечно же. Пошел оверчардж, который не достает. Ну, главное отбиться сейчас. То есть, опс, иммортал из двух гейтов, наверное, под бустом. Угу. Точка сбора на кору. Давай сделаем еще гейт. Возьмем четырех рабов, переведем на нычку. Это небольшое, но преимущество будет. Еще сталкеры. Я здесь, среди теней. С лимитом все ок. Я здесь. Ну, ключевое это опс. Опс и сталкером. Опса бустим. А второй опс полетит на разведку, для того, чтобы увидеть, он... Он решил, он, скорее всего, если грамотный, то он должен был вообще свичнуться сейчас в поставить базу. Но умирать от неграмотного совсем не хочется. Открываю гейты. Дарки, нет, не отказался от своего плана. Ну все, дарки не зашли. Еще блинк у него будет. Мне хотя бы догоняющий блинк надо поставить. Открываем гейты и делаем варп. Здесь пилона не хватает. Ну и опс, полетел к нему на 2 экспа. Пока добиваем сталкеров. Делаем имморталом. Буст сюда. И возвращаем. Я здесь. И иммортал одного бы сделать.
Второй газ. Опс неспешно летит к нему. Здесь потихоньку делаем грейд на блинк. Только газа не хватает. Газилку, наверное, вторую сразу было здесь сделать. Пилончик. Скоро будут проблемы просто без пилонов. И уже эксп-то проскачен полностью. Делаю блинк, делаю сталкером. Да, у него база есть, тоже он ее раскачивает. Рабочих поменьше, но тем не менее. Можно попробовать выйти сейчас. Это блеф, зная, что он сосредоточен на экономике. И поставить при этом третью базу. А дальше-то что? Дальше третью базу раскачиваем. Здесь вспоминаем про газ. А что у нее за армия-то? Почему ты любишь вслепую ходить? Такой вопрос. Мы ждем. Кору вижу. О, отсюда можно... Да, отлично, я забрал. Там у нее еще блинк, может быть. Пришел, отдал, а пса ушел. Страта. Нет, ВБ. О, как я хочу. ВР. Там дарки, что ли, прошли? Да, дарки пришли. Блин, капец. Капец. Очевидная же вещь. Сверхочевидная вещь. Нет, надо ж... Надо ж мне... Враг познает нашу ярость. Кто такой Dreamfallen? Блин. Какой скупи, у меня игра тут. Надо сделать сталкеров подварпать сюда. Я здесь. Так. Вроде все. Здесь нужно делать дисрапторов по задумке. Здесь нужно добывать газ. Поржу сделать. Опять потерялся я. Просто потерялся на ровном месте. Потомки в рабов. Поржи нет. Есть блинк. Первый. Да ёпарась ты. Что ж не мётся-то никому, а? Так. Что это такое? Как пишет Фолан? Так, точку сбора ставим, делаем потомку раз. Дарки, как ни странно, уже окупились. Уже в который раз. Делаю грейд. Начинает скапливаться ресурс потихонечку. Но немного. Подварпы и все. Можно с первыми дисрапторами подойти. Ой! А у него не первый дисраптор. У него экономика лучше. Шикарная экономика. Все, я ГГ. Просто все. Там все лучше. ГГ. Так. Ливаем. Жалко. Жалко-жалко. Так, у Сергея температура поднимается. Это вроде аккаунт Fallen вообще. На каким макаром он мне пишет? Непонятно. Едем дальше. Просто еще Heroes of the Storm то так попадает... Тебе тоже. А, там параллельно играет. Там, видимо, параллельно играет брат, у которого свои друзья.
Ну, то есть я Фолланд-то знаю, это один из древних модераторов. Ну, так вот рандомно приловить в чате сообщение во время игры, это, конечно, неправильно. Как же страты за фотонивание противников? Но это был рандом, кажется. Да, это был рандом. Сейчас зерк сыграем через форжу. Но в прошлой игре просто отвратительно сыграл. Увидел дарков, причем он не стал даже там что-то мутить, мудрствовать как-то. Продолжил их делать, и вроде как не должно было у него получиться, но, черт возьми, получилось. Получилось. Дождусь пилона, построю форжу. Посмотрим, как здесь зерк. У него кармановый экспонент. Поздно пилон. Очень поздно пилон. Такой завтык. И здесь можно пробежать, кажется, да? А, не, нельзя. Хорошо. На халяву пробую на какую-то застроить вообще. Он это видит. Там выводятся рабочие. Еще нет. Форжа не достроилась. Он выводит недостаточное количество, еще зачем-то бьет пилон. Отменяю здесь фотоночку. Делаются первые псы. А здесь фотонку надо было сделать. Окей. Он спайн-кроулер делает. Раз. Два. Странно, что он собак не сделал, он рабочих пилил. Это, на мой взгляд, как раз вот фатальная ошибка. Все, фотоночка прикрывает. Убили раба ему. Ой. Достанет, не достает. Хорошо. Тогда ставим нычку свободно. Пользователь фи подчеркивание этапе активировал премиум. Не старый активировал премиум на канал. А собак он, кстати, может теперь дропать же, да? То есть лучше гейт сначала сделать. А потом уже фотоночку. Мне не нравится тут пилон. Немного. Но так, более-менее все ровно. И на мейне надо пилон поставить. Да и газилку нужно поставить. Вот что он делает? Один газ. Проверю другие базы, чтобы убедиться в том, что это не олл-ин. Да, газилку он поставить не может. Тут надо две газилки поставить. Было. Две квины, да, улынчик, точно. Какой только вопрос. Делаю зелка, скорее всего, передроп псов. А что еще может быть такого, правильно? Вот он полетел, псов, видимо, ловить своих. Поэтому... Потомка в рабах раз. Раз, два, три. Здесь пилон, фотонка в рабах два. Закрыться бы еще наглухо. Халдим. А, у него здесь база. Я понял тебя. Тогда закрываться смысла особо нет. Надо через минералы здесь выйти. Строить рабов, рабов, рабов. И не факт, что это последний у него нычка. Так что...
Делаю грейд на зелков, делаю сталкеры. Мазеркор, наверное. Зелками можно уже подтягиваться, думаю, сюда. И тут пару-тройку фотонок запилим на свободные деньги. Раз, два и три. Зелки на подсветку, ну и чтобы квину мочить. Ну и, в общем-то, эту можно взять. А, ну и там собаки сзади. Угу. Блин, у него что-то квин много. И тут псы пришли. А где кора там? Ой, бьет пилон. А там три фотонки без. Подержаться бы какое-то время. Да, тяжело. Ресурс начинает копиться. Я здесь, среди. Вроде быстро все подсливал. Но он бьет зря по пилонам. Я надеюсь, что зря. Там дерглинги, ё-моё, все. Отменили мне. Достраивать. Да, у него две базы. У него еще база под боком у меня. Открываю гейты. Здесь база. Ну там, да, там отдаемся мы. Подходят еще псы. Зря я так спокойно. Надо было лучше проводить разведку. Открываемся. Все на одном пилоне тоже. Найс. Гейтов не хватает. Они проходят. И все, забегает. Кто-то на мейн, кто-то к фотонке. И на мейн он не бежит. На мейн побежал. Хорошо, на мейне фотонка есть. Здесь квины пытаются снять. У меня заканчиваются минералы на мейне. Вылетела грелка. Грелка пошла искать. Искать базы, оверлордов и прочим. Здесь надо точно ставить эксп. Вот, пожалуйста. Ну, эта база, надо сказать, она, видите, не раскачана, поэтому все не так плохо. Тут фотоночку гейт для того, чтобы был быстрее варп. И еще одну грелку. Буду летать. Что ты придумал? Я. О, оракула сделал. Это номер. Он проверяет мне следующую базу. Нычка почти готова. Так, ладно, хватит. Он сейчас может сделать. Скорее всего, будет делать этих. Перевести рабов надо с мейном. Раз, раз, два, три. Раз, раз, два, три. И нас золотом. Тут проверить базы. Тут втихую начать делать фениксов. Они мне как-то, ну, понятнее, что ли, пока что, как ими играть. Немножко сентрей. Да, тут новая база. Можно сюда попробовать залететь, хотя он вроде бы... Ох ты, сколько здесь. Как тут? Я не знаю, что делать. Ревил? Нет. Пульсный луч. Что мне нужно? Я не знаю, ход кей, С. Тут перебор по количеству рабов. Страшно. Противник обнаружил нас. Да? Да. Двадцать семь рабов. С ума с этим.
явный перебор по... Телепортация завершена. По количеству рабочих на... Настало время. Так, делаем грейд на щиты, делаем грейд на воздушные юниты. Здесь подварп легких зелков. Можно попробовать забежать... Можно сделать подварп, во-первых, на мейн. Это раз. Только надо хотя бы базово еще... Я вслепую еще играю в данный момент. Сделать бы... Опа. Сделать бы еще какой-нибудь сумеречный совет. Ну, или там какую-нибудь темпларню, чтобы газ сливать. ВТ. А, у меня сумеречных советов, в принципе, нет. Да, логично. Так, делаю легкий подвыход. Заказываю еще так. Здесь потихонечку начинаю делать варп. Медленно, медленно. Воу-воу-воу, понятно. То есть просто терпим. Пытаемся терпеть. Масса собак. Я не вижу, что там происходит. Вроде как гидра есть, а вроде как и некому там больше убивать. Но здесь вообще капец. Лимита ужас. Здесь я не могу ничего сделать. А, нет, могу. Я уже на мейне у него. А если пробовать отбиться здесь, на этой базе? Квина убиваем. Здесь просто варпаем сталкеров на дефенс. А дальше роуч просто поднимаем и пытаемся как-то... Нужно построить больше пилонов. Как-то... Дожать. Да, на мейне беда. Но тут вообще лимит у него какой-то дикий. Фениксы такие не очень. Жесть какая. А у него там базы. В большом количестве, видимо. Раз такие дикие до заказы. Ладно, отдаем эту нычку. Пробуем роуч поднять. Ну такое количество народу здесь, такое количество, просто жесть. Рабочие сражаются, тут маны нет у этих. У... Так, у меня есть еще ресурсы. Я здесь, среди теней. А как там с рабами-то? Кажется, завал, да? Да, штамповка просто дико идет. А мне нужно как-то... как-то время выигрывать, чтобы появлялась мана у фениксов. Мне кажется, я тут тоже по экономике просто в салат проиграл. Раз. Ну не поднять ничего. Ничего не поднять, собаки прикрывают золотом. Дисрапторы, наверное, нужны. До конца посражаемся. Мейна у него нет, но это без толку. Фотоночка тащит. Здесь, среди теней. Настало время. СГГ. Да, сегодня день начался, конечно, с трех сливов, капец. Ах, ладно. Во-первых, неудачная была застройка. Я пропустил появление следующей базы. Это была самая грубая ошибка. И после этого еще была еще одна неудачная застройка. Новая эмблема. Учитель. Угу. Три грелочки решили все. Ну как, они решили бы временно, они не остановили бы собак, они умерли бы также от гидры. Тут сами фениксы ничего не сделали, в принципе. Мазеркор, да, мазеркор еще не строю. Нет, я еще не готов. Даже на базу не готов. Надо сейчас основные вещи вспоминать.
Да, Мазеркор бы сильно помог. Просто потому, что оверчардж. Причем он, кажется, дешевенький такой. Больше пилонов. Поехали. Изи. Да-да-да, изи. Победа. Заслуженная. У меня ПМ был больше. Шансов не было. Еще один зерк, ТДА. Карту вижу вообще первый раз. Архитектура интересная. Очень много открытых пространств. Доступ на мейн через камни, кажется. Альтернативный. Ох, какие рампы шрать. Вообще огромная карта. Как тут с зергом играть? И застройка сразу лесом идет. Хотя нет, нет, нет. Давайте не будем отказываться от... Застраивать буду вот отсюда. Поехали. Раз, два, три. Ему же тоже придется катать рабов далеко. Поэтому посмотрим. Надо было раньше в прошлой игре проверить экспы. Причем ближний надо было проверять. Естественно. А не так, как я сделал. Фаржу сейчас поздно поставил. Так, смотрим. Ну, конечно, смотрим. Слизь не увидел. Во, все, спалили. Так, выходи потихонечку сюда. Здесь что, здесь зерк? Как будем действовать? А, застраиваем вот так вот, наверное. Нет, не так, за минералами стройся. А здесь тоже базу лепим. Застройка скорее для отвлечения внимания, чем для какого-то эффекта. Тем более у меня скопились... Да ты как... Пше-пше, ну вот зафейлил. Через шифт вроде поставил. Сейчас я пробку ему покажу. Типа, я смотрю. Да, уже не повелись. Уже все в процессе. Рабочие выводятся. Отлично. Плетки пошли. Меня собаками могут убить просто-напросто. Так что по-хорошему надо сделать хотя бы здесь одну фотоночку. И эту фотонку отменить. Сделать лучше такую, которая будет... Да, которая будет отдаваться на плетки на вражеской. Все, давай защищать. Защищать свой Nexus. Кадоев своих защищать. Точка сбора... Меняем, четырех рабов переводим. Да, плетка достроилась. Она будет спокойно достаточно стрелять по этой штуке. Поэтому забиваем. Ставим гейт. Ставим газ. А вот то, что здесь с пилонами беда. Надо, наверное, просто бить хату и все. Потому что время у меня ограничено. Еще попробовать ливнуть отсюда, проверить халявную базу какую-нибудь. Добром. Добываем газ. Еще бы газилку. Спилон обязательным. И еще давай газилку. Попробуем через роботик сыграть. Роботик с разведка, а там, может быть, даже роботик Старгейт. Как-то так, чтобы... Тут пилон. Мазеркор после кибернетки, говорят, надо делать. А он не восстанавливает здесь базу. Не пуш ли это с одной базы? База атакована. Не хватает минералов. Может быть. Надо проверить просто.
заказываю бараки, проверю, проверю те экспы, где он мог построиться. Он восстанавливает только сейчас. Кажется, точка сбора у меня на газ. Из-за этого легкий перебор. На мэне газилка. Не алё. И тут рабочих не хватает. Здесь скорую делаем. Грейт на гейты делаем. Сталкера делаем. Вижу, пилонов скоро не будет хватать. Да, вот он поставил здесь базу. Видите как. Интересно, какие-нибудь пуши решают быстрые, там 7 гейтов, все дела. Ему тут крайне сложно будет. Давай сразу здесь пилон, поставим гейт. О, понятно. Меня подъедают уже. Сделаю-ка я буст на гейты. Еще сделаю. Плюс там энное количество гейтов. И вот здесь 7-й. Только для варпа. Ой, собаки пробежали. И он сейчас спалит меня все тут. Врачарство. Пилон надо было делать. И здесь забегание псов. Но он довольно серьезно понаотдавал. Потом справиться, здесь справились. Ну, здесь не совсем справились. Останавливаю рабочих. Собаки новые пробегают. Да кто там? А, пилон жрет. И все что-то контролят. Я офигею. Все контролят, никому не лень. Включил мне гейты. Да, тут проходной двор вместо нычки. Открываем гейты. Делаем пилоны, ищем. Здесь нашел базу. Ну, в смысле, этот. И что, мне отказываться от идеи, от этой... Не буду, я же протос, я же глупый. Буду давить его. Ну, я закажу, чтобы ауты были там. Тот же самый роботикс на разведку. Среди теней. Сейчас откроем гейты. Вообще жесть. Просто съедает псами сталкеров. Сейчас роучи еще закажет. Сталкеров я зря потерял. Не надо было их терять. Сразу Старгейт. Тут 12 рабов на мейне. Ждем зелков. У зелков плюс один. И он вроде продолжает заказывать. Да, продолжает заказывать псов. Парочку подрезаем. Мне кажется, там у него экономика, конечно, царская, да, и... В общем, он сейчас заказывается хорошо. Мне надо пользоваться случаем. Пытаться... Отлично. Подъедает. Эссентриков не доконтроливаем. Конечно. И сейчас на мейн. И выходить на базу. Пытаться как-то сыграть дальше. Пассивно. Сделать, наверное, апса. Сюда куда-нибудь. Собаки рядышком бегают, я вижу. Отличный пилон. Да, псы рядом. Псы рядом. Да кочевой, а что в Старгейте дело? Давай грелочку, ладно, одну. Смотри, чутка. Нужно построить больше пилонов. Пара фотонок. Здесь нападают псы. Полетел опс. Давай роботехнический узел сделаем. Попробуем все-таки с этими дисрапторами.
Так, плетки вообще похожи на мутку, если честно. Собаки плюс надо фениксов все-таки подстраивать. Никаких грелок, а фениксов понемножку, понемножку, но делать. Лэйр. Гидра. Отставить фениксов. Блин, он пробегает. Класс. Ну, я мув попробую на этом. Он на халду сразу же. Не, ну это люди уже такие, да. Уже люди знают, что делать приблизительно. По крайней мере, лучше меня ориентируется в ситуации. Так, попробуем третью базу подкачать немножко. Пару гейтов. Что нам нужно? Нам нужны грейды, наверное. Какие грейды? Тут такая застройка еще. Просто в шоке. Сделаем ниндзя-нычку. На случай. Сюда дисрапторов. Да, подбустим их тогда. Там ничего не изменилось. Да, мейн закончился у него. А опс-то у меня где? А, убили опса. Не, не убили опса. Где опс-то? Как я... А, анимация есть, как будто... Как будто... Так, где сделали шаров? Сумеречный совет нужен для грейдов, по крайней мере. Для последующих. Тут пара гейтов открывается. Гейты, правда, куда? Не совсем ясно. У меня нет... У меня нет сейчас должного количества ресурсов на это все дело. Газ, наверное, не стоит тратить. Сейчас надо добывать его как раз усиленно, чтобы потом чисто архонов варпать. С рапторы. А иллюзии, кстати, у нас до сих пор же работают. Ой, хорошо же. Иллюзии, это же наше все. Ага, гидра тут. Еще рабочих дозаказываем. Возьму-ка я отсюда рабочих. Мое сознание пробудилось. Тут планируют базу делать. И темпларов, пожалуйста. Да, это мимикрит. Очень-очень-очень что-то... Я живу. Мне кажется, сейчас можно напасть. А, люра. Действует на закопанных? Действует, не знал. Жду время. Мы... Говори, и тебя услышим. Возрождение. Поделива. Ну, как-то так. Плохо, конечно, но... Возрождение было. Говори, и тебя услышим. Так, делаю темпларов, архончики, хотя они не очень хорошо зайдут, но да, учитывая количество ресурсов, опять оставлю базу. О, а можно, пожалуйста, здесь, ага, все понял, рекол может? У меня бинды сбились опять. Минус нычка. Бом-бом. Очень много денег. Очень мало толку. Грейд на атаку, грейд на защиту. Миллион дисрапторов. Я бы к нему забрался на мейн. Сделал бы грейд на пси. Тут попытался восстановить базу. Да, у него тут все хорошо. Ну, едем тогда сюда. На наши зомби напали. ГГ. Хорошо. Значит, дисрапторы
довольно хорошо контрит Люру, потому что рейндж больше, а неопытные, по крайней мере, товарищи не успевают выкопаться. Возможно, дальше будет по-другому. Но Дисраптор очень хорошо окупается. То есть один юнит, который 150-150 стоит, он может ауешнуть даже на пару гидр, уже окупился. Но мне, конечно, очень не нравится то, что я с бустами не того, с разведкой не алё. Здесь хоть гидру увидел, слава богу. То есть гидра против гидролисков как раз можно спокойно в роботик сыграть. Это как так же, как по-старому. Только не колоссов пока, а дисрапторов строить. Колоссов вроде понерфили, у них рейндж поменьше стал. Или что-то, ну, как-то так. Да, запустил собак в минерал, но тут еще карта такая, рампа широченная. То есть да, там даже рампы нет. Огромный широкий проход. Проходной двор для псов. Ну и это, конечно, можно застроить. Вот сейчас будет Терн, дуэлечка. И я попробую сыграть Fast Gate, Fast Forge. Ой, фу. А почему не Fast Forge? Не надо Fast Forge. Можно, конечно, Терну застраивать. А давай, действительно, чего? Вспомним, как это. Именно вот пораньше. Ты сразу беги сюда. И ставь пилончик. Побью там рабочего заодно. Почему же сделать, у тебя есть же новый юнит, и воздух может батоны. Ну, там же гидра. Какие батоны? Зачем батоны? Делаю форжу, делаю... Да. Но сразу надо пилить пилон. Он же точно рампу застраивает. Вот и будем его. Ой, какой поздний барак у тебя. И ранний газ. То что нужно мне? Можно было пилон ему поставить. Было бы классно, конечно. Так, форжа готова. Раз. Бункер пошел. Надо барак ставить. Газ развиваться. Пам-пам-пам-пам-пам. Бункер достроился. Так, ладно, выигрываем типа время. Типа выигрываем время. Правильно, правильно. Подсвечиваем, заставляем его пугаться. Меняю пилон. Здесь делаем кибернетку. Какая-то пробка битая. С чего это вдруг? Возможно, стоило ставить Nexus. Действительно. Я не уверен. У меня там второй барак пилится. Ай! Хорош. Все, может меня сверху убить. Ладно, окей. Зила так себе. Ставим нычку, не ставим нычку. Ставим. Штерн, он же медленно спускается. Только мазеркор сделай сначала. А, там уже ЦЦ строится. А если парочку вот этих вот адептов, или как они называются? Да, адепты. Адепты против мариков, если он не успеет. Ну, конечно, 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 пилоны. Конечно, пилоны, конечно, мазеркор. Поздновато. Давай буст пока перекинем сюда. В минералах обязательно должен быть пилон. У него как минимум там 4. 4. О, я могу пробежать мимо адептами. Да? Давай так проверим.
Адепты. Посмотрим сейчас, где у него тут бункер. Мариков, та фига. Что-то перехотелось. Ну, два барака все-таки, да. Роботикс сделаем, разведку дальнейшую. Выход в этих дисрапторов. Но вот роботикс очень плохо будет. Давай попробуем сделать разведку до... Да, пошел кура отдавать. Да нет, все нормально. Все нормально, не переживайте. Переводим чуть-чуть рабов на эксп. Еще двоих надо перевести. Да, 18 им. Здесь гейт. Тут бы еще фотоночку запилить, конечно же. Перекину бус сюда. Ой, кора, кажется, спалилась. Что у нас? У нас там дропчик. Мне кажется, я зря это сделал. Открываем гейты. Это четвертое летит сюда. Кору ждут. Залечу. Мне сейчас дропы будут делать. А вот они уже. Там что, мины уже? Капец. И тут мины, да? Отлично. Это, конечно, провальчик. Понятно, молодец. Так, кора убивает, но мне не... Мне некогда этим заниматься. Мне надо убрать мины. Нет! Блин. Какая халява, почему он не... Они не атаковали. И он свалил. Плохо? Фотонку в рабах. Если б я мину, в смысле этих минки увидел, мог бы среагировать... Имморталы сделаем. Хотя, скорее, надо было отменить Имморталы, сделать блинк и выйти в рабы технический. ВБ. Газа нет. ВБ делать. Строим рабов, добавляем газилки, варпаем сталкеров. Один опс сюда полетел. Я здесь, среди тебя. Еще сталкера. И здесь бы одну фотонку тоже запилить. Я здесь. Что, дропчики они в любом случае будут. И... Давай перекинем буст сюда. А, вот он как раз дропчик. Опс, как обычно, слоупок. Угу. Но мина все равно себя оправдала. Безусловно. Кажется, роботехнический узел сделался. Не сделался. А где... А, газа не хватило. Плохо. Кору я потерял. Кору надо было, естественно, воскрешать сразу, после того, как она была слита. И он, кажется, делает выход, который я тоже пропускаю благополучно. Когда там блинк? Не скоро. Я здесь, среди. Ну, варпую. Да, вот он вышел. Просто огромной армией вышел. Я здесь. Есть кора, но... Чем могу сделать? Там марики-мародеры, я вообще без какой-либо контры. А дисраптор появляется очень поздно. Пилонов. Угу. Сейчас один достроится. Так, пошел дисраптор. Под бустом, естественно. Есть блинк. Но армия у меня не внушает вообще никак... А, и он продолжает идти ко мне. Продолжает. Будет, наверное, блочить. Давай-ка сделаем второй роботикс. Еще один дисраптор. Зелки нужны. На освободившийся газ. Открываем гейты. Ну, в смысле, на освободившиеся минералы. И выходить на базу надо. Что-то у меня сейчас уже начинают заканчиваться друзы минеральные. Это плохо. Но с другой стороны, как против мариков и этих контролить? Ну, против стимпака. Мне вообще-то кажется, что это очень прохладная вещь. А, можно же кинуть варп.
Ну ясно. Ждем. Отменяем. Все контролят. Вот никому не лень контролить. Жизнь за Айю. Как-то еще замедление. Иди. Паузы сворачивать на... А, после паузы. О, замедление по-другому же работает. Даже век живи. Век учись. После паузы. А выходить надо. А там еще мины. Мое сознание пробудилось. Отлично. Недоконтролено. Все, ГГ. Может, с колоссов начать? С ними проще над... против людей, которые умеют. Жизнь за Айю. ГГ. Ну что, я пропустил мины. Вообще про мины можно было догадаться, потому что если ты не даешь человеку поставить эксп, что он делает? Правильно, он делает технологии. То есть это надо было их ожидать. Более того, так играли еще раньше. Ой. Дестабилизатор, а не дисраптор. Как подсказали, так я и говорю. План Кинкобра, пилон, газ, форжа. Пилон, газ, форжа. Рабочий добывать газ. Потонешь двумя, спилон. Слишком, слишком сложно, Кобра. Мне хотя бы основу. Основу по юнитам. Фотонить-то и любой школьник сможет. Нужно хотя бы базу понять. Кстати, Псионик Шторм же действительно апнули. И он... И он быстрее наносит те же самые 80 единиц урона. То есть значительно сложнее выводить мариков-мародеров из-под этой. Но пси, они... Они, кстати, также появляются по времени. Так, ладно, зерк. Давайте попробуем выработать какой-то более-менее сейфовый план. Который подразумевает хотя бы разведку постоянно. Я через фениксов, что ли, играть? Не, можно через роботикс. Роботикс, опс, дисрапторы. Ой, в смысле, здесь... Как они? Шары, шары. Давайте называть шарами. Шарами вот назовешь, не ошибешься. С форжой и без форжи. Да не, без форжи. Не хватает минералов. Первым строй адепты им... А, там протос, блин. Почему-то думал, там зерк. Ух ты ж, ежик. Черт, вот таких застраивать надо реально. А че он на рампе тут строит? Я знаю, что он видит, мне пофиг. Я сделаю зелка и... с рабов. Ох, как он выдернул всех своих рабочих. Угу. Не хватает минералов. Ради одного пилона так покатался он. Очень боится. Окей. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 70 рублей. Ровно. 70? Миша, тащи. Изи, катки тебе. Бобер всегда победит. Вау, спасибо. Спасибо за саппорт. Попробую. Мы его немножко шуганули. У него покатал рабов ради реально одной пробки моей, то я не доконтролил. И там, одного пилона один отменился. То есть ситуация вообще-то хорошая. Делаю кибернетик кор, делаю первого сталкера, добавляю гейт. А против Тоса что? Против Тоса то же самое. То же самое, просто... Просто роботикс, разведка, а дальше по ситуации. Так, давай выйдем на эксп. Да, до роботикса на эксп. Я думаю, я могу себе это позволить, учитывая базовое такое преимущество. Правда, я роботикс не делаю. А так все по плану. И кору я тоже не делаю. What?
сталкера аккуратненько на разведку. Аккуратненько. Такое я сейчас чушь делаю. О! Что там, адепт и пилон? Какой он пугливый. Свершится правосудие. Все мы кино. Хотел что-то нехорошее сделать. Давайте проверим его базу. Адепты? Они убивают? Три адепта полетели. Три адепта пошли на перехват. Что, реально сталкер адепт? Не, они не должны убивать его. Готов? У нас есть цель. Они плотные весьма. Я здесь. Среди теней. Ради возмездия. Контролили. Бэшечка пошла. Ждем. О! Ну. Они реально плотные. Прям такие, ух. Точкой сбора промазал. Направляем. И опять побежал. Так, давай раз. Сделаем я так. Здесь. Сумеречный совет. Нет, это фотонка. ВЦ, Миша. Не БЦ, а ВЦ. Все, полетел у нас опс. Делаю еще одного опса на всякий случай. Гейты еще не скоро откроются. Пару сталкеров закажу. Ну, я надеюсь, что у него база-то помедленнее. Разведка, сталкеры, блинк. Классика. Ну и экономик. Такая более-менее универсальная тема. Так, у него база, да, чуть позже, чем у меня. Разработка завершена. Б, это блинк. Открываем. В общем-то, сейчас его-то можно поджать, попробовать. Ну что, у него адепты, имморталов нет. Понятно, что нету... Иммортал надо сделать. Не хватает. Сейчас оверчарж будет, да? Два оверчаржа, пилоны стоят прям. Ух, хорошо стоят пилоны. А дальше что? Дальше сталкеров. Дальше пилонов строить нужно больше. Почему? Почему я... Надо... Эту привычку вернуть. А сколько, кстати, действует оверчардж? Уже иммортал есть. Да. Роботехнический узел делаю. Он апсом своим сбивает моего апса. Сбиваем его апса. Опять бинды сбились. Надо вот эти вот хоткеи вырубить уже который раз, я говорю себе. Еще и Мортала, пожалуй. Рабочие вроде молодцы. Пользователь Малекит активировал премиум на ваш канал. Опа, Феникс. Иллюзия Фениксов, естественно, судя по урону. Он чекает базу мне верхнюю. Я хочу дождаться, по крайней мере, во-первых, грейд на атаку нужно еще запилить. Надо еще сделать виспов. Пилонов. Не успеваю. Можно делать шары. Делаю первый шар. Есть у меня грейд на блинк? Есть. Ну, сейчас можно попробовать поджать. Показалось. А, нет, там опс. Опс, который видит. Давай попробуем зайти к нему на эту базу. Там явно что-то неладное. Да, он уже. Место рождения. Я живу. Он строит нычку. Мы ждем. Место рождения. Так, я слово накину сюда. Чтобы гарантированно. И рекол еще есть. Так, а здесь будем отбиваться. Наступает.
Окей. Нужны пилоны. Мое сознание. Нужны шары. Нужно мяса много. Потому что он сейчас может решить, я что... здесь. Да, вот он решил уже. Кина. Угу, блинки есть. Ну, я еще шар потерял один. Мне не хватает продакшена нисколько. Делаю VR. У Тоса тоже весьма мобильные юниты есть, поэтому... Надо было перевести еще рабов на эксп, чтобы 10 не прогадаешь. Базу мы его немножко притормозили. Грейд на атаку под архончиков. И, кажется, я второй роботик спланировал где-то делать. Да, вот, планировал и сделал. Тут иллюзия Феникса. Направляй. Ну что, выходить к нему или не выходить? Вроде сейчас момент-то неплохой. Не хватает минералов. Я здесь. Правда, шара всего два. Но в остальном прям... прям все отлично. Я здесь, среди теней. Окей, приоритет та же самая база справа у него. Есть еще психи. Этим пларом сделаем грейд. Заходим сюда. Верчардж. Тут снова слоу делаем. И вон туда куда-нибудь. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Забажил. Все, ГГшечка. Да, хорошо сочетается таймварп. Правда, он тоже взорвал это конское количество. Да, и не факт, что отобьюсь. Хотя нет, иммортал есть. Блин, что же делаю? Давай попусим Нексус. А, исчезает. Ясно. Ладно, враг познает. Да ёб РСТ, хватит. Что ты, я? Хватит, Михаил. Враг познает нашу. Да, плохо. Добьёшь? Добей. Молодец. Пользователь Гост активировал премиум на ваш канал. Мазеркор надо было восстановить. Шары появляются новые. У него две базы. Он должен сейчас теоретически, да, вот он и лезет. Добро. Да, если сталкеры делают агрессивный блинк, то... у них возникает проблема с тем, что назад-то они вернуться быстро не могут. Можно сделать призму. Но не хочу. Мне тут не хватает. О, хорош. С мейном надо переводить рабов сразу же сюда. Ресурсы сливаем. Я здесь. И я должен быть сейчас сильно впереди. По идее. Взять можно Кору. Кора куда полетела там? Кора есть вообще? Кора есть. Где Кора? Все мы видим. Понятно. Кинала. На психов особо не хватает ничего. Я захожу туда же, там место прям такое классное, мне понравилось. Надо еще призму с собой взять, брать для даварпа. Иначе додавливать сложно. Вот он цепляется за эту базу. Надо.
сил. Жду приказа. Ох, развал схождения. Видели? Все. Он взорвал, правда, но нормально все. Там по ресурсам, вот после третьей, сейчас можно по графику посмотреть, эта третья база, она у него была единственная, при том, что мейн закончился, там инком должен был упасть практически в два раза у него. Поэтому вот провал, провал вот это вот. Правда, у меня тоже провал. Это стоимость армии вообще. Вот он провал. По ресурсам, который зарешал, это минус третья база. И все, дальше проще. Говорит, с призмой лучше атаковать, но я только что об этом сказал. Да, сегодня день, конечно, не такой веселый, к сожалению. Я чувствую, что мне нужно хотя бы базы в плане механики набраться. Что я хотел против зергов делать? А, я хотел сыграть сейфово через роботикс, сделать апса, сделать разведку. Опять же, если воздух, то Старгейт, если земля, то шары. Шары требуют вообще столько, такая у них 2 секунды. Выстрел, его плюс подконтроливать можно. И при этом еще противник микрит. И там, от позиции зависит, от там, замедления, например, висит, не висит. Тоже уйти, не уйти. Очень-очень-очень много факторов, которые влияют на успешный взрыв. А успешный взрыв — это сразу такая жесткая окупаемость идет этого самого шарика. Он же через 20 секунд снова также может стрельнуть. Стоимость 150-150. Но самый главный минус — это скорость строительства, конечно же. Ну и то, что ты должен прям его контролить. А не так, как абы как. У батонов, говорят, новая билка, попробуй с ней сыграть. Я не доживу до батонов. Так, тут у меня пробки с точки сбора кривой. Не надо чатик читать во время игры. Начинает вылезать тема. Смотрим на зерга. Пул. Достаточно быстрый пул. Ничего себе. Так, а давай-ка все-таки фаржу. Не такую дефенсную. Но он же не просто так тут запилил. Похоже, быстрые собаки, быстрый мув. Пилон, чтобы пробегать было сложнее. Сейчас так надежно сыграем. Собаки должны сейчас выбегать. Мне бы посмотреть, олын это или не олын. Пробежать и глянуть одним глазком. Дальше, учитывая псов, наверное, стоит адептов сделать. А для этого второй гейт. Вот собаки пробежали уже. Ну, я гейт отменяю. Адепты, говорю, сделаем. Да, у него база здесь, которую я уже не застрою. Так, ну, я думаю, надо выходить на эксп, делать Mothership Core, делать грейд на гейты. Адепт вроде сам справится. Перворожденные выстоят. Да. Ваншотает там. Не хватает минералов. Как у него F? Да свершится правосудие. Вперед! Хм. Окей. Кинал. Добываем газ, делаем по плану. По плану надо делать рабов. Приказ. Этот не пошел через атаку. Фионы. Окей, давай на разведочку сюда. Здесь апгрейд на варп. Тут пилон обязательно. Еще одного зерглинга забрел. Роботикс.
Рабочий. Раскачивать эксп. Проверяем третью. О, роучи пошли уже. Ничего себе. Я столкнулась с противником. Уже? Так, давай, Кора. Мы ждем. Ну, я сталкеров делаю. И, очевидно, это будет какой-то роучи-пуш, который надо принимать с имами. Веди нас. Возвращаюсь домой. Здесь точка сбора сюда. Третий гейт бы еще запилить. Это маловато, кажется, три гейта. Я здесь, среди теней. Два роуча? Что это такое вообще? Очень странный товарищ. Я сделаю мортала, конечно, но мне непонятен этот мув. Контролили рабочего немножко. Тут чисто, чтобы варпать. Давайте проверим его третью базу. Мне очень любопытно, что он делает. Возможно, это фейк роучи, а там резкий какой-нибудь свич, там, не знаю. Ну, блин, мутку я боюсь. Всегда боялся и до сих пор боюсь. Лучше потратить 150-150, хотя потомка-то есть, в общем-то. И сталкеры есть. Да из двух баст он вряд ли построит что-нибудь такое серьезное. Скоро я могу ходить сравнительно спокойно, учитывая тот факт, что... Враг познает нашу ярость. Минус сталкер. Да, у него есть третья база, как вы видите. Выхожу сам на третью. Давай еще одного иммортала. Конечно, конечно. Он просто проверяет, что у меня базы нет третьей. И все, и доволен. Что дальше? Роботехнический узел. ВБ. Разведка будет. Рабочие строятся. Здесь газ не добывается. Открываем гейты. Сразу двух рабов, пока не забыл. Роучи пошли ко мне. И собаки пошли ко мне. Окей. Так, оверчардж не забываем. Иммортал, давай еще одного. Фотоночку, пожалуй. Пилончику, пожалуй. Много собак, ну все это. Чувак, это... Лунчик. Ну, хотя я тут настолько... Давай пару сентрей. Угу. Как обычно. И собаки бегут. Там плюс один готов. Но я должен делать оверчардж. F, да? F, F, F. Вроде неплохо, надо иммортал отконтролить немножко. Прикольно, он стрейфуется, продолжает стрелять. Можно еще оверчардж, пожалуйста? Да, вот, ну тут мне опс помог очень сильно. То есть данные разведки просто помогли. Он отдал много мяса, у меня есть возможность занять более спокойно третью базу. Хотя он с собаками еще добегает. Слушайте, оверчардж — это дикая вещь. Оказывается. Я в шоке. Он продолжает бежать. Странный. Добавлю второй роботикс. Еще гейт. Попробую опсом проверить, возможно, его свич. Здесь рабочий. Газилка. А, давай, темпларню. Нет, сумречный совет. Собаки пробежали. Куда направо, да? Не хватает мини... Жизнь, у меня изелки плюс один. Место рождения минералов истощено. Что у него? Рабочий переходит на следующую базу. Место рождения минералов истощено. Тут собираем, переходим на эту. Вот на четвертую базу здесь охранять крайне сложно.
Прям очень сложным. Не хватает. Давай темпларню. Нет, давай лучше дарковню. Мутка полетела. Вот это плохо. Старгейт есть? Нет старгейта. А, блинк есть? Нет блинка. Я не готов к этому. Поворотом. Просто не готов. Мутка занимает. Летит сюда. Мне нужно сразу пилить два старгейта. А то и три, кстати. На наши зомби напали. Загружаем приказ. Разместитесь. Требуется больше виспена. Я здесь. Скоро минус. Теней. Сталкеры тоже. Тут недостаток разведки. Причем у меня был опс. Был опс, но толку не было. Газа еще сейчас нет. Из-за того, что рабочих поубивали местами. На наши зомби напали. И вот и все. Прикроюсь, попробую по тонкой. Справа там убрали еще. Пытаюсь... Старгейт у меня один был. Дай буст на старгейты. Тут зелки. Вообще зелков можно попробовать просто отправить вот на эту базу. Раз. Они бесхозные абсолютно. А это сюда два. Это будет первая группа. Феникс пошли. Рабочих достраиваем. А тут вот так вот убиваем. Ой, капец. Ну да, ну да. А где я Фениксом? Отлично. Чистые зелки, чистые фениксы. Если только он подойдет, отдастся, у меня будет шанс как-то его... Но это настолько призрачно, что... Ой. Ладно, поехали. Он что-то чушь делает какую-то. Он муткой отдается. Неужели отдашься? Его все равно больше. Тут, по крайней мере, можно... Да, собаки еще выжили. Да ладно. Заканчивается база. Да как? Тут набег. Телепортация завершена. Жизнь за Ай. Телепортация завершена. Анан Морг. Телепортация завершена. Оверсир. И роуч такие. А у меня мазеркора нет. Я здесь. Да-да, я понял тебя. Роучи направо, роучи налево. Ну, экономика лучше. Я зафейлил переход в мутку и все, это ГГ. А самая главная проблема в том, что я не заметил переход в мутку. Вот и все. После этого начался полный фарш. У меня был опс, он был с основной базой. Надо, пока не забыл в настройках, попытаться в управлении или в игре, не знаю где это. Всегда показывать выборы войск противника, восстановление окна, мышь, клавиатура, прокрутка, заблокировать. Нет. Должно быть здесь вообще. Метки для воздушных, для поврежденных. Петр, я в курсе. Я в курсе. В игре кнопки групп. А, кнопки групп скрытые. Нет, недоступные вообще. Кто туда смотрит?
Непонятно. Едем дальше. Где-то на дне Орлиной Лиги находимся. И... Ну... Изучаем основы. Просто основы Старкрафта, но... Ты так на первый пол отреагировал, он спокойно нычки начал лепить. Нормально отреагировал на пол. Можно было, конечно, еще менее сейфово сыграть, но... Я не думаю, что в этом проблема была. Кто там? Протос. Протос. Самое время с шарами. Вообще, наверняка Роботикс неплохо контрит старги тосовский. Еще шары не дамажат, все в них повально играют. Хотя, с другой стороны, отбиваться сейчас от Хараса Фениксов... Очень просто. То есть Мазеркор, если успеет кинуть... Кстати, ключевое слово именно «если». Успеет кинуть Эверчардж. Карта, кстати, очень большая. Можно здесь сыграть в халявную базу. Но лучше не сильно в халявную. Хотя не в халявную. Халявную при халявную сыграем. Поехали. На своих ошибках буду учиться. Набью, я чувствую, много шишек. Но зато потом и кровью. Терпеть, фейлить. Все буду сам. Ладно, давай гейт. Там уже практически накопилось. Сумасшедшая, конечно, экономика со старта. Прям ух. Сразу газ после этого. Пилон лучше по-правильному делать снизу. И разведку все же сделаем. Ну как без нее-то? Не ждать же апса. Надо хотя бы знать, куда лететь. Еще одна газилка, нон-стоп рабочий. Мне определенно нравится изменение в плане механики. Что нет времени на раскачку, сразу хоп и в бой. Пришла пробка, не заметила откуда. Увидела она базу. А как мне лучше отбиваться там? В два гейта, наверное. Перестраховаться. Второй гейт надо было также пилить вот здесь вот. Так, 16 рабов. Идеально, просто идеально. Она слева пришла. Это... Хотя не факт тоже. Могла прийти и... А давай-ка третий гейт запилим. Как ты к этому относишься? А положительно. Ресурсов вроде у меня хватает. Сталкер пошел раз. Ну, почти хватает. Кора сейчас должна идти 2. Грейт на гейты 3. И, наверное, имеет смысл перекинуть буст сюда. Он выходит... А, он базу тоже построил. Переводит рабов сюда. Да. У него такая же халявная... Тема. Свершится правосудие. Я здесь, среди тебя. Ну, я штампую нон-стоп рабов. Возвращаю буст. Да ладно. Нашу ярость. Ребят, тихо. Очень нагло. Вон, а какие у него-то основания эти в атаку? Я здесь. Среди теней. Роботикс. Давай, Роботикс. Я здесь. Среди теней. Сталкеры строятся. Враг очень нагло он себя ведет. Я даже не знаю, почему он так действует. В открытую. Но меня это немного настораживает. Наверное, сумречный совет надо запилить. Он тоже вещь универсальная, вроде как. Усиление. Опять же, рабочие. Ну, а здесь после роботикса
Когда там грейд? Не скоро. После роботикса сразу сделаю роботехнический узел. Кстати, это наверняка пушится обычными сталкерами с блинками. Открываю гейты. Надо добавить еще пару гейтов. Тут на одном пилоне ищем. Все. И Морталом. Опс, полетел. Тут блин. Газа не хватает, но это есть. Давай-ка буст сюда еще. Сейчас достроятся пилоны. Готов. Хочется уже выходить на следующую базу, но я понимаю, что это вслепую, без разведки делать не стоит. Хотя всегда можно отменить и подварпать на эти деньги, что я думаю там. Так, делают шара первого. Есть Immortal. Так, тут база. Ага, я вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я понял тебя, нет. Вот черт побери. Я здесь. Без разведки плохо. Тем более, когда теряешь опса, у тебя самое время роботик старый добавить. Мое сознание пробудилось. Возможно, придется сейчас нычку еще защищать своим. Здесь гейт еще один. Давай фотоночку, конечно, фотоночку. Какую фотоночку? У тебя фаржи нет. Фаржи нет, грейдов нет. Уже заканчивается база. Но мы так пассивно играем. Ужасно пассивно. Два шара. Я здесь. Здесь имеет смысл газ поставить второй. Меня спас Нексус в плане пилонов. Не хватает минералов. Опять слепую играю. Вот реально, ну как так можно? У него третья база, понятное дело, есть. В этом особо сомнений, я думаю, ни у кого нет. Грейд на атаку. Блинк есть. Можно было бы сходить куда-нибудь. Не хватает минералов. Все, поехали. Сейчас сделаю легкий подвыход. Ну, опс есть. Зелнаги еще контролировать надо. Он меня спалил, например. У нас есть... По фотонке в рабов, учитывая то, что я могу умереть от дарков. Кого угодно вообще умереть могу. У него все отлично в плане разведки. Так, рекол еще есть. Четвертую нычку проверим. Сам четвертую поставлю. Четвертой нет, ну конечно. Кто так нагло будет играть? Попробую занять позицию здесь. Ваши войска вступили в бой. Я живу. Нет. Говори. Понятно. Кривая точка сбора, много архонов у него. Вообще хорошо, наверное, сталкеры и издалека. Да и шары, наверное, тоже особо шаров не убивают. Давай дарков сделаем. Шесть шаров. Улучшение завершено. Это, кажется, второй грейд на атаку у нас. Буст на него. Буст мне в Нексус. Перебор по шарам. Как вы видите. Много сталкеров. Абсолютно не знаю, зачем я их строю. Мы в
Ну, я пойду снова на него в атаку. Мне понравилось получать люлей. А где-то я гитов добавлял, нет? Вроде казалось, что добавлял. Шарик еще медленный. Давай колоссов сделаем. Они-то точно там с этими... Ой, там психи уже. Давай. Жесть, какая грязь. Надо было слово кидать. Вообще рекол надо делать было. А, маны нет на рекол. Как-то очень быстро лимит разваливается. Что там у него лопается, что у меня лопается. Но я лопнулся сильнее. Два шарика только спаслось. Скоро надо восстанавливать. Мне кажется, единственное, что меня спасает, это вот наглость, с которой я базу ставлю. Больше ничего. Я здесь. Дарков можно было сделать. Развершится правосудие. Поотправлять на все базы. Я живу. Все, значит, ты, вы сюда, вы сюда. Ты один сюда. Ты, понятно, ты сюда. Я пошел в атаку. Опять с шарами воевать. Здесь, среди теней. Ставим новую базу. Сколько можно? Сколько можно я ставить здесь, баз? Среди теней. А, грейт. Мы ждем. Все много. Грязь. Просто грязь. Я не знаю, как так. Я развалился. Здесь все защищено. Здесь не совсем. Может, колоссов взять и не париться вообще. Сделать колоссов с рейнджом. И как в старые добрые времена. Какой рейндж будет? Непонятно. Ладно, буду терпеть тогда. Он фотонки достраивает. Так, здесь... Что здесь? Здесь добавляем рабочих. Пару фотонок. Гейт. Все, пошли колоссы. Да надоело, я не понимаю, что происходит во время битвы. Просто вот не знаю, не понимаю. Вроде там взрывается, тут взрывается, все взрывается. Но... Там еще шары становятся неуязвимыми, когда... А, и ладно, лучше ключевые здания ставить. То есть фаржа там, фаржа тут разносить, чтобы можно было бусты кидать в разные места. Тоже полезная штука. Усиление псионной сети. На эту бы базу выйти. Это грейд на рейндж, кажется. Нет, не на рейндж. Грейндж. Грейд на атаку. Все, колоссы. Какой рейндж у вас? Дальше. 6, отлично. Вот. Будем по стариночке. Делаем разведку. Надо еще пси сделать. Сейчас-то вообще с газом. Ага. Много у него шаров.
наши зонды напали. Капец. 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 Какая грязь. Вы видели? Это просто жесть. Просто жесть. Базу я потерял. Колодцы нифига не контрят. Они не... Не, они контрят, просто надо контролить их. Всегда держать дистанцию. Да как? А не подержишь, все сразу окупаются. Просто... Какой-то хаос. Вон. Это норм. Здесь норм, но у меня уже много. Мало. Слишком мало. Там 4 апса бегает. Как? Как вот это вот? А, да, вот так вот надо. Денег нет. И нон-стоп, просто нон-стоп. Минуснул мне он еще одну базу. А когда достигает определенное такое критическое количество, они... Ребят, сюда. Все сюда. Рабочие не вернулись. Я не знаю. Колоссы что-то реально не контрят. Просто. Просто не контрят. И все. На наши зонды напали, шпион атакован. Я здесь, среди теней. Ну, ГГ. Так, хорошо. Если так, то остается у нас воздух. Воздух. Ну, или такая же тема, типа сталкеры мобильные и контролить. Но мне не нравятся стратегии, где ты играешь зеркально и побеждает тот, кто больше за... отконтролит. Да ладно, через Старгейт поиграем. Не впервой. Попробуем. А если Старгейт? Какие там проблемы со Старгейтом? Вообще никаких. На Иммортала пофиг, на Шара пофиг, на Колосса пофиг. Не пофиг на Дарков, но вроде Оракулом контрится. Короче, попробуем сейчас сыграть через Старгейт. Это даст и разведку, и его задача в плане... Ну, в плане выхода в Роба. Странно, что никто не играет. Но, видимо, есть какая-то подоплека не играет в Старгейт. У Блинку сталкеров вроде также по-старому делается очень долго. Да, проще защищаться в том плане, что есть Мазеркор, который стреляет. Но Мазеркор можно развести. Мобильность-то высокая. Да и убить его тоже не очень сложно. Если Фениксом поднять Дисраптора, то шарф пропадет. Прикольно. У нас не работает вебка. Женька кота опять тащит. Что говоришь? Без терапии. Ну, на мне тельник рванул. Ты видишь, в каком виде я сижу? Я думаю, что не стоит. Пацанов. Мя! Горит кот. Мя! Окей. Я тут насобирал. О, я первым его атакую. Ладно, черт с тобой. Второй газ нужно делать раньше.
Он очень что-то не хочет, чтобы я глядел на то, что он на своем мейне строит. Мне кажется, это нычка. Ну, с кибернеткой-то понятно, что кибернетка. Но вроде не похоже на Эксп. Ладно, давай сделаем так. Он мог рабочего прятать. Еще можно провоцировать на... А, там тут золото можно поставить рядышком. Злка не делает. Газ добывает. Не, не буду. Делаю кору. Ой, мазершип кор. Делаю сталкеры. Это под бустом. Я сейчас немножко палюсь. А он палится. Ладно, пофиг, делаем фениксов, чтобы побыстрее. Не вижу ничего, но вижу пилон, который может... Мог. Я здесь, среди теней. И вора. И нычки нет. Вот, да. Непонятно. А, вот нычка ставится. Хорошо, меня это вполне устраивает. Только надо проверить все-таки, что у него. Делать догоняющую такую базу. Ага, проверил. Грейд на гейты. Пом-пом-пом-пом. Делаю первого феникса. Да, буст на него. Ну, рабочую. Несколько боюсь я того, что там могут быть какие-нибудь синдарки. И первым делом проверим, что он строит на мейне. Вот одну смотрю. И надо, наверное, фаржу просто тыкнуть. На случай ее, ну, просто отменить, если там не то, что... Саргейт. Роботикс. Не понимаю. Не понимаю. Всего понемногу. Во-первых, перевожу рабочих сюда. Газилку ставлю. Мне кажется, надо просто выходить сейчас на золото и не париться. Кто? Оракул, блин, это же оракул может быть, точно. Это же не феникса. Капец, оракул забыл. Потерял 6 рабов. 8 рабов потерял. Все, надо его харасить. Блин, оракул, такая детская тема. Особенно с роботиксом, то есть он не продолжает масить, а просто... Распределим рабов таким вот образом. Сейчас будем запрыгивать к нему как-то. Разработка завершена. Это открываем гейты. С газа в первую очередь снимаю. Пробую убить. О, как больно-то бьет. А, два пилона там. Нифига себе дамаг. Какой дэмэдж-то? 30! Не как у фотонки. Вот век живи, век учись. Вот что это такое? Халява мне нужна, ребят, халява нужна. Делаю халяву, смотрю на его третью. На эту золотую третью. 30 урона у этой, у пилона. Мне кажется, он будет сейчас выходить. Сталкер и блинк должен быть. Телепортация завершена. Будет исполнено. Кстати, более поздний варп мне на руку. Безусловно. Ресурсов ни черта нет. Надо попробовать скоро убить. Здесь газ вроде как нужен. Вроде как нет, не надо фотоночку делать. А вот сейчас есть блинк. Угу. Ну, фениксы, как видите, они особо не контрят, поэтому... Так, надо два гейта еще запилить.
здесь фотонку. Фотонку строить смысла нет вообще никакого. Открываются гиты, сталкеры. Развожу типа на блинк. Давай, давай, блинкуйся. У него огромное количество сталкеров сейчас ко мне придет. Мне нужно сейчас каким-то макаром подварпать это все дело. Так, давай, буст. Мало гейтов. Мало гейтов, Михаил. Перевести рабочих на золото надо было. Здесь нужен гейт на подварп. Должен был быть гейт на подварп. Узелков скорости нет. Надо проверить, когда он. Ну и идет ли или нет. Здесь открываем гейт. Идет. Идет, вижу. Дорого я за это. За эту проверку заплатил. Телепортация завершена. Не хватает минералов. Да, плохо сражаюсь. Он просто кайтит меня и все. Фениксов не хватает, чтобы подбить даже тех фениксов, которые тут оверчардж не юзнул. Надо сталкеров тех же самых было делать. Да, у него просто народу больше. Я здесь, среди теней. Да, его просто больше. А потому что минус рабочий и ГГ надо писать. Минус рабочий на Оракуле, покатался, чуть раньше у него база, ни хрена не похарасил, еще Феникс потерял в процессе. И плюс он еще пришел тогда, когда база третья у меня, все. Давайте посмотрим по добыче ресурсов. Не знаю, где здесь прилетел Оракул, кажется, вот эта вот тема. Так-то шли ровно. Там я двух или трех Фениксов отдал на двух оверчарджах. Сумасшедший дамаг на пилоны. Я уже сомневаюсь, нужно ли вообще фотонки строить. Хотя одну, наверное, лучше в застройке, раз все равно у тебя присутствовать должна на нычке. Должен присутствовать пилон, гейт и, соответственно. Сегодня слишком много анализа, вечером на рефлекс играл. Да, нет. Нет, перло просто. Да и противники слабенькие были. И сейчас тоже слабенькие, но... Сейчас хотя бы логика есть какая-то. Так, Тиран. Что я хотел против Тирана? Я хотел против Тирана Робдикс быструю разведку, нычку и следить за ним. Еще хотел с этими, с адептами попробовать его подпушить. Или застроить с пилонами. Нет, слишком дико. Не хватает минералов. Хотел колосса попробовать. Я уже попробовал. Спасибо. Две игры тому назад. Думал, ну шарики, чего они там. Колоссы вжик-вжик с грейдом на рейндж. Что они сделают, колоссы? А по факту получается, что колоссы просто убегают. Ну, если там шаров 6+. Хотя получается, если шаров 10, то бесконечно шары идут. Ну, 2 секунды действует это. Бла-бла-бла-бла, кулдаун там 21 секунда, ну, приблизительно. То есть здесь шаров и постоянно кто-то бегает. Колоссы по нерфелям слышал, да. Кажется, рейндж или атаку даже еще ослабили. А может и то, и другое. Опа, 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 пам. Тут камеру не повернуть, но он сам повернулся ко мне. Эй, стой. Пользователь СКСТВИ активировал премиум на ваш канал. Ну чё, выснулся, выснулся. Нет! Ну ты такая тупая пробочка моя. Да. Он-то не контролит, но... Я-то должен что-то сделать. Наверное, был. Он строит Мариком. Газ. Сейчас проверим базу. Ну, да, база уже строится. Наглость, как говорится, второе счастье. Тем более он сейчас может мне не дать поставить нычку. Если бы был порасторопней, то не дал бы инженерка и все. А я так хоть догоняющую, но нычку строю. Так, что я могу? Я, во-первых, могу попробовать коры к нему прилететь сюда побить.
ну, так пошатать, там долго бегать. Это раз. Второй грейд на гейты. Потихонечку газ добываем. Рабочих маловато. Денег ни хрена нет. Ладно, задача на ближайшее время это. Что? Да свершится правосудие. Все мы... А, Рипер. Мы ждем. Блин, они контролят реально вот эти вот. Что это за мина? Я что это? Среди теней. У риперов появилась мина новая. То ли отталкивает, то ли урон наносит, то ли и то, и другое. Я даже не знаю. Пару рабов переводим. Еще тут кто-то трется. Красненький. Я здесь. Ставлю роботикс. Кора сюда залетает. Сталкер смотрит. Марики. Что ты предложишь? Да ладно. Будь по-твоему. Чуть не агрится. Да брось. Мы едины с тем. Ну нормально. А могу я... Нет, назад. Пару гейтов. Там этот... Кора залетела. Мула убила. Вообще молодец. Открываюсь. Делаю... Апса... Буст на него. Эй, мародер! Фух. Что дальше-то? Сумречный, пилон, пилон. Тут опять Кора шугает его. Вообще все неплохо. Меня, я полагаю. Вот только от... это не надо было делать. Так фейлить. Все, нас не догонят. Открываем гейты, открываем гейты. Враг познает нашу ярость. Нет! Мне интересно, а кто там у них еще? Что ты? Вот что у него еще есть? Все, сейчас будет, будет вся инфа. Курой кинуть так. Мина, молодец. Блин, гейт. Я газ не поставил. Да, я в курсе. Ну, у него тоже какой-то бардак творится на мейне. Надо, наверное, сейчас взять вот так вот, сделать так вот, восстановить Кору. Что, где кто? Как? Опс. Понятно. Поставить базу. Здесь раз-два. Раз-два. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Норм? Да как так? Нифига себе он. Видите, все смотрят, все видит. Да свершится правосудие. Все видят, все знают. В группе у меня пробка еще в боевом отряде. Сделаю-ка я полный хаос творится. Просто скорости не хватает, инфы не хватает, рук не хватает, ничего не хватает. Так, давай рабочих еще же надо заказывать постоянно. Правильно, правильно. Сюда хотя бы апса. Пару сталкеров. Тут рабочий еще втыкает. Он видит... Светит, видит. Мне бы его выход не прозевать. Я здесь. И сделать второй роба и шары. И шары, и шары. На мейне-то с газом все ок, почти одного не хватает сюда. О, он проходит.
кто-то здесь был. Так, ребята, это кажется... Ну, один висп здесь. Висп. Это он меня пушит, идет. Что ты тупишь там? Вон он уже. Вон, два человека идут пушить. Марик один и Марик второй. А, вот сейчас выходит, да. Оу. Что за армия такая? Не пойму. Только-только появился первый шар. Только-только. Какая уже минута идет. Роботик второй надо было ставить на нижней базе. Это было бы правильнее. Ладно, от дефенса играем. Мы знаем, что у него третья база, понятно. Чувак, это дропчик. Три мины дроп. И атака здесь. Бах! Мое сознание пробудилось. Место рождения минералов. Почему я опять не кидаю? Мое сознание. Здесь справились, справились, молодцы. Зараза подкреплена. Место рождения. Блинк, не, я не слышал. Сознание пробудилось. Жизнь за Ай. У нее третья база. Добрас. Что ты? Про блинк вспомнил даже. Надо что ж. База атакована. Хорош. А тут барака нет. Ну так лениво. Мое сознание пробудилось. Настал мой возрождение было. Апсов не хватает, ресурсы копятся. Надо ставить базы, учитывая то, что он сам выходит на третью. Надо точку сбора менять. Нужно построить больше пилонов. Мы едины. Так, ты сюда. Давай ты на патруль сюда. Вижу его. Мину. Марики выходят. Я не вижу у него армии. Это значит, что он либо идет в атаку, либо, как говорится, одно из двух. Может, дроп идет какой-нибудь. Я живу. Я здесь. Не, он готовится к защите, похоже. Здесь сразу же фотонка, гейт, гейт, фотонка. Мародер ждет. Ой, как удачно вышло. Случайно. Все, сейчас будем ломать ему. Мы едины с тенью. Я. Мазеркора нет, как обычно. Мое сознание пробудилось. Не нравится. Давай тогда пси. Хотели там проверить. Надо еще гейтов добавить, наверное. Но когда в такой полукруг, достаточно сложно взять и... Так, он сейчас будет на эту базу нападать. Среди теней. Ай, бинды, бинды. Блин, бинды. Я живу. Я здесь. Мое сознание пробудилось. Мародеры чистейшей воды. Место рождения минералов. Не только мародеры. Да, чистыми сталкерами воевать.
с такой темой это. Да-да. Давай пси попробуем сделать. Я киты здесь. Попробуем открыть. Среди базу попробуем все-таки другую поставить. Там свеженькая такая база, прям жалко ее. Столько в нее было вложено сил. Мародеры. У меня еще с грейдами беда. Против мародеров, кстати, темплары тоже особо не очень. Здесь еще два гейта отключены. Там еще вижу два дисраптора. Ага, понятно. Что ты предложишь? Месторождение минералов. Угу. Отличное место для темпларницы. Просто шикарное. И опять делаю. Вынужденно просто делаю сталкеров против. Непонятно кого. На наши зомби напали. Ну, пробую тут хотя бы частями его как-то убить. Газа нет. Его достаточно много. Наш пилон атакован. Надеюсь, что он сейчас просто ворвется здесь. Да, и я хоть что-то смогу. Нет. Что плохо. Да, и минус нычка. Пытаюсь перевести рабов. Фидбэк нужен. Враг познает нашу. Но его больше. Его тупо больше. Моё сознание пробудилось. Просто больше. У меня шторма нет. Я живу. И грейды, да. 1-2. У меня там 0-0-0 просто. ГГ. Ну я потерял. Короче, смотрите, какая ситуация. Та пошла атака, где я всех шаров отдал. При этом мне на руках было два косаря. Можно было спокойно строить, ну, то есть делать базы, делать гейты, развиваться дальше. После неудачной атаки я ставлю четвертую базу, которую он убивает, и все. Ну, то есть, пришел, отдался с этими шариками, потому что там полукруг, потому что там стимпак, сплэш, и особо что-то не подрешивают они. А если... Не, надо через темпларов попробовать. Шторм действительно усилили. Мародеров сделал ты норм контрит с чаржем. Ну, конечно, естественно, контрит норм с чаржем. Но когда были мародеры, у меня уже была совсем другая ситуация. Надо было что-то более оперативное. Пока ты там ноги сделаешь. Плюс зелкам нужны грейды. А грейдов вообще голяк. Надо про грейды вообще не забывать никогда. Та же самая карта, тоже Терн. Роботикс точно, но скорее всего комбинировать надо. Роботикс плюс Сумречный Совет. И дальше выходить в темпларов по старой такой теме. По старой доброй. Ту-ту-ту-ту-ду. То есть, как будем действовать? Да очень просто. Ой, а где барак? Паста С, что ли, у тебя? Блин, вот люди обнаглели. Нет. А, барак на мэне. Поставлю нычку. Не знаю почему, просто захотелось. Халявки почему-то. Ах ты. Один пилон на входе. Да, он не доконтролил. Ай, я не доконтролил. Доконтролил. Второй барак. Ну, он видит мою наглость. Посмотрим, как ответит. Проверю, это база или не база. Тут вторая газилка. Мазершип Корн. Сейчас четенько более-менее все. По крайней мере, по лимиту и прочему.
Два Марика меня подрезают. Там рабочий пошел, то ли он... Не знаю, куда он пошел. Но в любом случае... Коре надо очень много внимания уделять. Прям очень своей. Новая точка сбора. Кора готова. Может, Кора вообще в третью группу. И привыкать с ней общаться по-другому. Здесь... Хотелось бы сделать пилон, но в данный момент... Что ты предложишь? В данный момент лучше сделать роботикс. То есть что я хочу? Я хочу роботикс только для разведки, а дальше сумречный совет. Если предстоит отбиваться от дропов, то, конечно, лучше сделать сталкер с блинком, но потом в конечном счете выходить... Ну, вообще, в принципе, сталкер с блинком, наверное, самый универсальный опенинг. Я здесь. Блин, сталкер это пятый там. Так, давай здесь. Давай, 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 давай. Сейчас гляну одним глазком. Мы ждем. Бункер. Ну, это, скорее всего, база. Я корой слетаю сюда. А с локерами домой. Апса, рабочие. Сейчас сумеречный совет надо построить. Я здесь. Классная точка сбора, конечно, я в шоке. Газилки нужно добавлять, учитывая то, что скоро придется блинк заказывать. Ну и дальше там по списку. Смотрим корой. Где действительно база свежачок. Так, сделаем еще. Надо было сразу это делать. Еще одного апса. Этот опс полетел вот сюда вот. Ловить типа выход. Открываем гейты. Здесь гейт, здесь гейт. Рабочие, рабочие, рабочие. Ой, я понял. А я улечу вообще от него? Кажется, нет, я от циклона не улетаю никак. Было по рабочим атаковать. Окей, грейд на блинк, кора, парочка, парочка сталкеров, пилон, пилон. Этого мы оставляем здесь, а тут летит опс на разведку. Нумеруем бараки, добываем газ, фаржа нужна. И уже потихонечку, он светит. Он светит. Он не просто так две просветки отдал. Только Иммортала закажем. Все на одном пилоне. Классно. Обожаю. Ну, я вроде с апсом. Тут попробуем посмотреть апсом, что он делает. Я здесь, среди теней. Мазершип Корп так и не сделал. Здесь открываем гейты. Так, медеваки готовятся. Готовятся к дроп, что ли? Ну, короче, био у него. Био. Био, это значит, темпларов делаем. Попробуем штормом. Его как-то. А по атаку покрыть на атаку. Кора готова. Третья кора. Следим за этим медеваком. И он больше всего интересует. 5 гейтов, ок, здесь так, так, так. Пока что сталкеров. Здесь можно подбустить апгрейды. Убили апса, но вот один из плюсов, что роботик свободен, и можно спокойно вот так вот дозаказывать, если что. Делаю грейд на пси, буст на пси и первых психов, соответственно. Очень много психов получилось. Угу. Прям масса психов. Не могу столько психов. Куда мне столько? И вроде все газелки есть. Давай призму сделаем. Тоже один из плюсов. Куда-нибудь сюда. Я буду делать только зелков. А здесь сразу же надо было сделать следующую газелку. Я не знаю, где у него там дропы, как у него что. Мне интересна третья база его. Мне интересно хотя бы там 4-6 этих... Как их? Темпларов. Тут надо так пробить. Тут сразу, чтобы не забыть, так. А, ну понятно.
А чё я не сделал этого? И здесь дроп. Класс. Да, ну потому что разведки нет, ни хрена. Молодцы, сталкеры, молодцы. Ну, теперь приводим все в порядок. А здесь что? А здесь ничего. Призма раскладывается. Денег нет. Просто. А, и какие ты выводы сделаешь? А, что нужны фотонки на экспанд? Что нужно псом смотреть, где летят на тебя враги? И огромное количество врагов сейчас потерял. Вот это вот одна ошибка грубая. И все. И до свидания. Да, там уже заканчивается все. А, и опс возвращается. Красавчик, а потому что я его в первой группе держу. Ну, я пытаюсь рабочих восстановить, пытаюсь там, не знаю, грейд на атаку сделать. Вот здесь пробусить можно, здесь пробусить можно. На мейне что? На мейне 13 рабов. Да, фигня. Давай здесь трех зилков сделаем. Глядишь, одновременно с выходом ему куда-нибудь там... Ага, он только на третью базу выходит. Слушайте, это новость. Ну, это хорошая новость. Давай грейдил кам на скорость. И сюда точку сбора. Ну, следить. Следить здесь, убить. Так. Тут надо лес, лес. Все, хватит психов мне, я полагаю. И опять. Конечно, конечно. Конечно, ты... Красавчик, Михаил. Здесь пробки вместо тебя отбились. А, психа всех отдал. А почему? Что там, мина, что ли? Да не, не может быть. Пофиг, что у него только третья поставилась. Если ты ни хрена дроп отбивать не умеешь. Забыл уже все, как делается. С этого на патруль. Да вообще, это такой... Такой провалище. Просто провалище. Пустота. Ты сюда, ты сюда. Ну, элементарный же, элементарно все. Все, психов надо снова варпать. Здесь газа. Ну, то есть, дропы сразу начинают. Настолько надо подальше видеть их. На таком расстоянии. Ставим следующую базу. Что он там копит? Нифига себе. Четвертый ЦЦ. Как я буду собирать тех, кто... Давай следующую ночку. Последние темплары, последние зелки. Отлично, спалился. Спалился. Все, полетело два дропа сюда, два дропа сюда. Соответственно, я должен что сделать? Я должен сюда отправить сталкеров, например. Потом сюда, сюда. И при этом одновременно ему еще дропнуть сюда. А здесь лучше еще подварпать сталкеров. Отличный варп. Отличнейший. Здесь хоть не зафейлим. Ха! Разведка решает. Сейчас принял по красоте практически. Два полных медевака. Да, только здесь вот все-таки ты, тебе не удалось под варпом одолеть врага. Здесь не справлюсь я. Стимпак и все. Мы...
Что делать? Наш пилон атакован. Плохо, что я не пробил. Враг познает нашу ярость. А, там мина на этой базе. Месторождение минералов. Да, он молодец. Улучшение завершено. Ну, его уже больше, чем меня. Отдался. Again. Да потому что нельзя так на дропах отдаваться, если ты идешь через первый роботикс. И надо подумать над хорошей защитой баз. То есть оверчардж это понятно, но если дропы идут чуть ли не одновременно, то кора не может быть и там, и там. Но кора, по крайней мере, должна быть в одном месте. В середине игры. То есть кору вешать на допустим, на экспанде. Чтобы она чарджила пилоны. Да. Держим мазеркор между базами. Можно и так, да. Наверное, так лучше. Все очень плохо сегодня. Сегодня проигрываем неимоверное количество раз. Проигрываю. И это демотивирует немного. Но, с другой стороны, надо просто больше играть. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Поехали. Не хватает минералов. Еще один Теран. Да ведь? А, зерк, нет, зерк. Зерк, зерк, зерк. Мисклики пошли уже легкие. Карта очень большая. А, и она с открытыми этими... С открытыми пространствами. Жуткая карта, между прочим. Я Фастексу сыграю, потому что карта большая. Конечно, это аркада, учитывая то, что быстро застроиться не получится. Было рабочего раньше выводить. Вот сейчас надо было уже строить. Даже до этого можно было строить. Учитывая то, что один рабочий вообще в очереди стоит. Так, и тут сразу пилон. На базе что будем делать-то? Вроде как форжа нужна. Да нет, давай, халявить так халявить. Не, нужна и форжа, и гейт. Ну, халявь сначала гейт, потом форжа. Мышка немножко не слушается. Шутка, совсем чуть-чуть. Зерк находится в левом нижнем углу. Вслепую играем. Ух ты, сразу нычка. Нагловатым. У меня есть форжа, поэтому я могу попробовать ему ее отменить. Он вообще ее поставил не на своей, так скажем, базе. Насколько я понимаю. Точка сбора сюда. Он вообще между поставил. Три хата, что ли, играет? Тогда это сверх наглым. Ай! Жизнь за ай. Не хватает ни... Да, это фейл. Ой. Собаки идут отменять, типа. Да, три хата он играет. Сыграл. Третью я ему вроде как отменяю. Выхожу из меня. Настройка тоже имеется. На наши зомби напали. Серьезно? Он будет отбивать эту штуку. Да как он сможет? Никак он не сможет. Так, а дальше что я хотел против зерга? Я
обретем славу на поле боя. Что я хотел? Фениксов мне не понравилось. А, дисрапторов, точно. Да, 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 да. То есть роботикс, разведочка. Да, вместо... До роботикса надо кибернетку сделать, которая, кстати, уже строится. Ребята, что-то идет не так. Третью базу мы отменили. И проверим сейчас, по крайней мере, вот эти вот две штучки. Делаем кибернетик-кор. Делаем робу. Роботикс такой пассивный вариант. Хотя можно дропать что-то ему. Тем более, что варп идет хороший оттуда. Грейд на атаку. Мазеркор где-то посередине. Сталкера одного. Тихонько добываем. Газ еще один. Я не вижу у него третьей базы. По крайней мере, в дефолтных таких местах. Наверное, стоит добавить еще один гейт. Рановато для пилона. Самый раз уже. Четвертый гейт. И апса. А, вслепую сумречный. Да. Надо было его раньше делать. Вижу оверлорда. Грейт на гейты делается. Газ добываем. По фотоночке в рабах не помешает. Ладно. Сталкеров немножко. Я не знаю, где он базу строит. Надо проверить, наверное, периферийные все вот эти вот темы. Есть блинк. А тут Лэйр Роучи. Ну, и Мортал, и Сталкеры, наверное. А, он выбивает мне. А, как они, разорители, да? Органический панцирь наземных. Урон 16, 120 хитов. Разорители. И еще у нас с пилонами. Беда. Беда, беда, беда. Улучшение завершено. ВБ. И второй роботикс. Имморталом. Надо выходить на третью базу сейчас. И, судя по всему, я... О, нет, назад. Вроде не так плохо, сейчас под варп, он еще замедлен. Я здесь. Под этими штуками я понял, не надо находиться. Я здесь. А, они подсвечиваются даже. Окей. Тогда выходим на нычку. Какие они же здесь все открыты, эти базы. Еще и Мортала, пожалуй. И роботехнический узел, кажется, готов. И все, главное, чекает, а? Блинка еще пока нет. Ну, он очень странно пушил, как бы, с двух баз. Это прям очень странно. Начинаю делать дисрапторов. Мне бы увидеть... Ну, это я вижу. Мне бы увидеть продолжение банкета, что он там планирует пилить дальше. Я вернулся. Ой. Оверсир пошел. Ну, вроде роучи. Вроде бы роучи. Кажется, роучи. Я здесь, среди теней. Ту-ту-ту-ту-ту. Точка сбора Иммортала кривая. Второй грейд на атаку пилим. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Что здесь? Это брудло... Нет, это, кажется, скрытнее, или как они там... Надо сделать апса, скорее всего. Да ведь? Так, второе. Еще рабочих. Тут заканчиваются минеральные поля. Переводим дальше на следующую базу.
открываем гейты. Здесь пробочка. Все проверил, ничего нет. Давай спровоцируем. Я живу. Люблю провокации. Ух ты, стоп. Что-то не очень провокациями. База атакована. Так, давай слоу попробуем. Раз, два, три. Нет, В. Раз, два, три. О, хорошо. Добро. Ну, неплохо, да, было сейчас? Только если бы замедление кинул. Но я потерял только там... Ну, ерунду потерял. Уже почти откатились. Дура закапывается. Мало его здесь. Я здесь, среди теней. Делаю рабочих на новую нычку. А, понятно. Здесь бы хорошо укрепиться. Добавлю гейтов. Потому что эта база получается сверхудаленная. И куда мне бежать? Наверное, сюда вот поставить надо одного какого-нибудь битого сталкера. Очень битого, самого битого. Варпать сталкеров, но уже... Блин, здесь нужно гейт, потонка, потонка, гейт. Собаки побежали вниз. Ой, какая грязь. Я не должен был здесь сражаться. Отдаю базу. Разный цвет у пилонов. Ну, потому что отдаю базу. Что разделился, глупо очень. Шаров очень много. Ой-ой-ой. Мое сознание. А, он так делает. То есть они всегда должны быть под прикрытием. Нужно построить больше пилонов. Давай сверху сделаем базу, раз такая пьянка пошла. Блин, ребята, бинды сбились опять. Вы бы знали, а? Вы бы, блин, знали, как это расстраивает меня. Просто расстраивает. Ни черта, вот просто берут и почему-то сбиваются. Мазеркор теряю, но мне даже не хватает внимания, чтобы его как-то, ну, вернуть. Давай сюда тогда рабочих. Надо с мейн их перевести сразу же, а то там... Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. И все. Там еще дисраптор один. Два, три. Ой-ой-ой. Три штучки. Так, он в гидру. Ай, он в гидру. Нужны темплары, скорее всего. Потому что скапливается газ уже. Минералов не хватает. Хватит шаров уже. Перебор. Надо мясо делать. Мясо сталкера. Плотный лимит. Беру марзеркор. Про грейды забываем. А, вот, пожалуйста, псы. Так, надо идти в атаку, ребят. Мне сейчас эту базу еще как-то защищать.
Как не ясно. Блин, какая грязь. Эти шары. Там сверху люра. Но я захожу на мэй, мне хоть. Собаки потерялись. Минус базу. На мейн. ГГ. Fucking playing without sound. ГГ. Опять два косаря на руках. Это какой-то кошмар сегодня. Просто какой-то кошмар. Ни черта не успеваю. Алмаз, я в алмазе. Да ладно. За что? Вообще за что? Я думаю, это Близзарды что-то подкрутили. И все. Все куплено, да, я считаю. Давайте тогда в мастер пойдем. Эволюционировал, да, эволюция бобра. Но у меня столько косяков. Вот реально, мне для собственной самооценки крайне вредно играть. Потому что я как, ну, вижу ошибки просто, их тьма тьмущая. Я их понимаю, но исправить чаще всего не могу. И это просто... Так это меня бесит. Почему музыка так громкая? Потому что музыка шикарная. Работаем. Хорошо. Протос, да? Против Протоса у меня был какой-то план. Сейчас... А, ну даже план воздух. Чтобы не играть в шары, надо играть в воздух. Воздух. Ну, зелки со скорости не успеют. Там не нужны зелки со скоростью. Там нужно, скорее всего, миксовать с зелков с интре и фениксов. Нужно построить больше пилонов. Как же быстро все строится. Прям сразу. Прямо сразу. Попробую адептов. Но они только в начале. Сталкеры вроде от них отбиваются. Это юнит, кажись, Хараса. На картах, где вот такие карманные респы, должен заходить неплохо. Чисто в теории. Но надо проверять. Даже хоткей не помню у адептов. Какой алмаз? Хоткеев не знает вообще. Также и до мастера дойти можно. Это реально можно, чувак. Бобру кликает еще. Что-то кликает. В мастере вообще все, кому не лень. Да и в мастере, наверное, тоже. А нет, Миша, остановись. Остановись, демон. Успокойся. Надо делать базу. Делай базу, не парься. Что у него тут? Два газа. Воу-воу-воу. Ничего себе. Два газа и база? Нет. Ну, я сам выбрал для себя такой путь. Сначала корком. Потом сталкер. А что он строит-то вообще? Ты не знаешь, что он строит? Локи поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Доброй дороги в мастер. Это что-то очень агрессивное, ребята. Два барака, все там бустится. Не к добру. Оставлю-ка я. Еще бустить надо тогда сталкеров. И гейты свои тоже. Два сталкера, ну понятно все. Я третий гейт. Среди теней. И с богом, не завтыкайтесь с этими, с
Газ мне сильно уже не нужен. Нас, меня кажется, убьют просто сталкерами с той стороны. Есть оверчардж, конечно. Потихоньку я буду делать рабов, просто потому что мне больше делать нечего. Еще контролит. Развел меня. Я здесь, среди. Да, гейт четвертый. Это может быть и не олынчик, но опасно. Вот как мне понять, у него база или не база? Вдруг у него там вообще дарки. Нет, у него. Я здесь. Ладно. Я здесь. Сам зашел. Здесь и останешься. Так, рабочих да заказываем заодно. И в легкую контратаку идем. Так, давай-ка здесь добавим. Нет, Старгейт. Газилка, газилка, рабочие, рабочие, рабочие. Буст на рабов возвращаем. Давай так пойдем. Газ нужен здесь. Я рискую, конечно, учитывая то, что у него дарки какие-нибудь могут быть. Но мне кажется, что в данный момент риск весьма оправдан. Сейчас посмотрю, что у него наверху. Здесь нужен пилон. Ой-ой-ой. Ой, все, я понял тебя. Много его. Ну как много? Немного. Просто я. Мне же варп. Бараки только достроились. Зачем мне это все? Вот что мне нужно. Я здесь. Открываем гейты. Он преследует, кстати, меня. Я здесь. Среди теней. Я здесь, среди теней. Делал изолгоп, потому что газа не хватает. Жизнь за Айл. Зелки чуть вперед. Слетаю фениксом, потому что. Так, пилон, пилон. Но его рядом нет. Требуется больше виспена. Его рядом нет. Нужно построить больше. Да, я в курсе. Не хватает минералов. Он там строится уже, но лучше еще будет один. Исполнено. Очень много сталкеров у него. Ну, есть база. Это ежу понятно. Пока не появился у него блинк. Надо его, наверное, подшатывать. При этом выходить самому сюда. Не хватает минералов. Ставить пилон. Но он до тех пор, пока у него не появился блинк. А, третья база сразу. Не. Очень офигел он. Очень. Прям очень. Очень, прям очень. Очень-очень. Наглость, второе счастье. Так, форжа. Давай на мейн. Что еще? Еще зелки, скорость и грейд на армор в форже. Откуда тут рабочие-то? Ловить выход надо еще как-то. То есть зелка кого-нибудь вот сюда вот поставить просто. Да, видите, у него блинк делается. Подрезать, естественно, лучше рабочих с газом. И грейды делаются в двух форжах. Ооо. Не, он, конечно, сейчас заряжен будет, дай боже. Может, в любой момент, как медведь шатун, шарахнуться, а он уже шарахнулся, он идет на меня. Ну что ж, это как бы все. Пан или пропал. Принял я его, конечно, по-царски, у него хоть и блинк, но отступать он нормально не может. Просто по-царски, я говорю. И он контролит, капец. Отконтролил тут меня. Ладно, ничего страшного. Делаем грейд, делаем, как задумали ноги. Ставим против дарков по фотонке в этих. Тут не хватает рабов на газе. Тут, в принципе, газа нет.
И подвар просто зелков на будущее с ногами. Фениксы со сбитой точки сбора, но надо харасить. Харасить лучше правую часть. Тут буст, тут буст. Тут так, тут так. Еще рабочие, еще зелки. Зелки должны врываться прям ух. Прям ух. Ну и, конечно же, наши любимые пилоны. Феникс требует, конечно, много контроля, но, по крайней мере, не... Ой! Нет. Отлично, отдался. Минус два Феникса. У него опс, видимо, там висит 100 лет уже. Подварб зелков. Его все равно много. То есть, несмотря на то, что он пришел и вроде как понаддавал значительную часть, он продолжает. Ой, ёпарысот, да как ты так все контролирует? Когда там ноги? Скоро ноги. У меня тут только расчет на зелков. Никто кроме них не справится. О, разработка завершена. Т, значит, тайминг. Ну, все, гоним, гоним. Кайте меня полностью. Давай. Шары лучше. Кайте. Вообще мне не хватает второго Старгита. Вообще мне не хватало этой самой массы критической. И не хватало контроля для того, чтобы их не сливать. Эту, блин, массу. Грейдов не хватало. Вторая форжа пошла. Гейтов не хватает. Разведка нулевая. Вот это... А у него как раз вот великолепно просто все с разведкой. Перевожу часть рабов на новый эксп. Появляются первые темплары. Гитов вообще мало. Я достраиваю новые. Здесь три, здесь четвертый. Еще Старгейт. Здесь надо было делать грейд, конечно же, на... Завершена. На щиты. Это известно. Актив. Тут еще легкий перебор по рабам. Тут вообще дикий перебор по рабам. Телепортация завершена. Жесть. Телепортация завершена. Вижу. Улучшение завершено. Архоны готовы. Грейд на атаку делаем. Лимит почти 200. Но лимит мясной. Вот лимит этот я бы на что-нибудь поменял. Учитывая то, что еще разведки у меня нет никакой. Наверное, стоит. Вот что я фениксами делаю? Ничего. Вообще ничего не делаю фениксами. Хоть там, я не знаю, зелками сюда забежать. При этом как-нибудь одновременно ударить куда-нибудь. Конечно, точка сбора, как всегда, на высоте. Так, тут на газ полечу. Три фотонки, молодец. Прям так по-доброму. Здесь очень плохая позиция. Шары. Телепортация завершена. Так, шар поднимаю. Поднимаю сталкеров. А, кстати, хорошо зашло. А к чему он сейчас с этих будет убивать? Фениксов. Сталкерами? Да, сталкерами. Потому что я развалился по земле немножко. Телепортация завершена. Это ничего. Видите, сколько денег? Если бы я был готов, а я был не готов,
О, отлично. Ну давайте, давайте, ребят, где там все фениксы? Классно, они реально контрят дисрапторов. Ну так, подкантривают. Газовый гейзер иссяк. Телепортация завершена. Я уже устал от телепортации. Где критмасса фениксов? А, вот они, она здесь. Зелки, давай, зелки. Немножко зелков сделал, немножко грейдов сделал. Третий грейд на атаку. Часть зелков вот сюда, вот на базу. Часть зелков проверил вот эту вот базу. Парочка. Часть сюда забежала. Первая группа вместе с фениксами идет. Идет в другое место. Давай, давай, действуем. Пожалуйста. Месторождение минералов истощено. Архоны, это плохо. Не хочу сражаться. Архоны просто убивают, я слышал звуков. Месторождение минералов. Телепортация завершена. О! Телепортация завершена. Колоссы. Мы обретем славу на поле боя. Настал поле истребления. Выхожу из медитации. Надо делать срочно сталкеров. Что он после этого пойдет в атаку. Инфосоточка. Я здесь, среди теней. После таких тем я бы вышел просто. Там еще еле-еле зел-то не справились. Давай, иди назад. Ой, как больно, как больно. О, сталкер. Иди-ка сюда. О, еще сталкеры. Обожаю под варпом. Очень медленно что-то они убивают. Да, и он нападает сюда. Очень битые фениксы, но я надеюсь здесь... Ой, блинка нет! Блинка нет! Твою налево! Блин, блинка нет! Добро. Ну, понятно, шарики можно так отконтроливать. Теперь снова сюда. Ну, кое-как можно отконтроливать. Надо делать сейчас только шары, учитывая мой газ классный. Вопросительные знаки уже рисую. Эй, ребята, ну куда же вы, ну? Будет исполнено. Телепортация завершена. Может сделать грейд на... Ну, блинк сделать? Как вы думаете, стоит на такой стадии блинк делать? Под бустом еще. Давай еще архончик тогда. Последних. И в атаку пойдем. Ну, архончики должны затащить. Особенно со вторым там грейдом на поля и с третьим грейдом на атаку. 200 лимита есть. О-о-о-о! Так, у нас проблема. Хьюстон. Да там этот. Там база еще одна. Мне нужна еще нычка. У меня заканчивается база. Я остановился в строительстве. Хотя там здесь нет вообще ничего. Ну, то есть она не раскачана. Шары давят. Телепортация завершена. Попробую поднять.
Вроде не успел я одного поднять. Месторождение минералов. Так, не стакайся, Михаил. Держи дистанцию. О, можно было рейндж сделать с этим. Будет исполнен. Поднимаем, убиваем. Вроде ок, все. Фидбэки он делает, правда, но... без ГГ ливнул. Да, дальность Фениксом же ж точно. Грейд Фениксом на атаку. Много всего надо было сделать, много всего не сделал. Ну, задумка основная, вот эта вот старая стратегия, что Феникс и плюс зелки со скоростью. Она может... Ну, короче, попробуй ее еще потестить. Попробуй потестить. Контроль, конечно... требует. Ну ладно. Так, давайте до последней победы. Сегодня и так у нас столько терпения, и тем не менее есть новая лига. Если каждый день по новой лиге, вы знаете, будет очень хорошо. Играем против рандома. Так, ну ладно, давайте что-нибудь халявное вообще. Как вы думаете, что у протосов есть халявное? И халявное есть... Есть пилончик с фаржой. Вот это я и буду делать. Хотя уже сомневаюсь, потому что... Во-первых, я очень поздно пошел в атаку. Во-вторых, тут неудобно получается застраивать. Ну, далеко, да. Далеко. Где выход с базы? Замуровали. Для начала посмотрим, какая раса. Там попробуем среагировать, что делать. Газ забыл. Газ нужно практически сразу после гейта пилить. При дефолтном зерге. Сразу газ. Ничего себе. Хорош. Прекращай. Ну, газ ранний у зерга, это что-то, мне кажется, агрессивное. Хотя он его не собирает, может быть, не очень агрессивный. Так, давай кибернетку лучше. Адепты, возможно. Одним рабочим собирает газ. Аж пул у него не вижу. Пул только сейчас пошел. Но это база, которую я профукал. Ну, правда, я ничего не смог бы с ней сделать, в конце концов. На золото, что ли, сразу же? Похоже. Ну, куда-то он деньги делал, правильно? Да, вот она, пожалуйста. Что я с ней могу сделать? С одним гейтом? Ну, попробую адептами, опять же. Буст и пошел. Также кору сделай. Давай. Вторую газилку. Да брось. И второй гейт. И пилон. Вот здесь. Какая-то громкая. Так. Не хватает минералов. Ну, там спорочка, в смысле санка, санкин колони. Больше я делать не буду, хотя издалека можно пострелять, ведь, да? Как мало урон наносит по квине. Ну, там по легким бонус. Ладно, я попробую, все-таки сделаю еще, все-таки закажу, все-таки попробую квину убить вот так вот. Просто ведь я могу убить квину. По-прежнему убивает. Ох, там уже мувленные псы. Да блин, что ж они по двое выделяются.
Хочет атаковать. Конечно, хочу. Угу. Сейчас надо будет от мувленных псов отбиваться. Я понимаю, что F можно было пускать, но это я уже не успел. А сейчас восстанавливаем кору. Сделаем фотоночку. Грейт. Смотрим и ужасаемся на количество газа. Служение наполняет нас гордостью. Не хочу уходить. Ребят, не хочу. Открываю гейты. Еще. Давай, роботикс. Я здесь. Роботикс — это разведка. Пара пилонов. Supply блок вот-вот. Ну и, наверное, надо ползком на золото выползать как-то. Вопрос с чем? Мувленные псы немножко выдают его пристрастие к воздуху, увы. Поэтому я лучше перестрахуюсь, поставлю воздух. Кора пусть висит между базами. Тут лучше построить вот так вот. И ползком надо выходить на эксп. Опс, полетел. Куда-нибудь сюда. Ну, а здесь база нужна. Вслепую. Очень неправильно. Согласен. Абсолютно с вами согласен. А вот и все. Собачки подъедает. А собачек маловато. Опс, полетел. Че, увидел? Псов увидел. Псов, конечно, мы тут должны расконтролить. Подвар царский. Псы плюс один. Но он продолжает делать собак, поэтому, мне кажется, у него... Надо еще пилон здесь в рабах сделать. Да у него эти. А нет, роучи. Смотрите-ка, иммортал. Тогда грелку. Так, буст. И так, буст. Точно удар будет по третьей базе. Давай-ка еще фотоночку сюда. И он пошел. Ох, как много его. Дождаться бы иммортала и грелку. Перевести часть рабов на золото. Здесь еще и Мортала. Не хватает минералов. Я беру. Тихо. И Мортал выходит. Класс. Раз. Направляй. Класс. Грелка разогревается. У меня мало гейтов, много ресурсов, мало гейтов. Я здесь, среди теней. Тут типа надо подконтроливать. Типа надо гейты заказывать, надо кору восстанавливать. Кибернетки, я вижу, нет. Очень-очень не очень. О, кора. Что, отобьюсь еще? Кое-как. С мейна перевожу рабов сюда. Газ. У него нет третьей базы. Проверим, что дальше. Здесь немножко сталкеров универсальных. Тут, естественно, нужен пилон. Один, второй. Тут газ еще.
Тут открыть гейты. Слева кто-то. Мне кажется, он свитчится сейчас будет. Должен, по крайней мере. А, он третью базу строит. Ну ок. То есть он с двух баз типа пытался меня улынить. Повезло, что отбился я. Прям повезло. Пара грелок. Что делает дальше? Роучи, тут база заканчивается. Тут парочка пробок. Тут еще парочка пробок. Выход на следующую базу. Гидра. Гидра, гидра, гидра. Так, грелку отменяю. ВБ. И второй роботикс для шаров. Точка сбора сюда. Здесь так, здесь так. Что можно сделать еще? Давай сентриков пока. Пока газ есть. Минералов маловато. Гидра пошла уже. Не успею. Так, тут буст такой. Надо было роботикс поставить в другом месте, естественно. Тут батонка, батонка, гейт, гейт. И делать сталкеров просто. Чисто сталкеров. Он выходит, да? А чем он выходит? Он ничем не может выйти. Я все здесь нормально. Среди... Может, тогда пси еще сделаем, раз у нас время есть. Для начала сумречный совет, как бы говорят, надо сделать. Так, дисрапторов делаю раз-два. Здесь золото скоро одно будет. Тут перебор по рабам переводим. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два. Следим. Окей. Ай, последил. Ну нормально. Вторую форжу добавлю. Про пилон не забываем. Я же тут с рабочими беда. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Стоит ли сейчас варпать или не стоит? Мое сознание пробудилось. Никакие грейды в сумрачном делать не буду. Просто выхожу в этих. И буду экономить уже газ. Делаю зелков. Стабилизатор. Первый дисраптором я зачем-то называю. Можно вообще-то сходить, учитывая рекол. Учитывая ситуацию. Как вот 4 штучки будет. Неплохая тема. 3, 4. А что у него мясо? Я видел это мясо. Сейчас до заказа, у меня уже лимит 170. Я здесь. Среди. Делаю грейд на пси. Ресурсы, в отличие от прошлых, не копятся. Но вот если не отвлекать меня, я, в принципе, потихонечку трачу ресурсы. Выдвигаемся. Помним про рекол, помним про то, что бинды опять сбились. Верхней базы у него нет. Давай, колоссов. Сделаем вид, что у нас колоссы. Раз, два, три, четыре. Четыре. Какой фарш? Еще... Как Сереж завещал, надо было чит прожать. Да, прикольно, прикольно. Ну, этот зерк мог убить, потому что... Ну, смотрите, он ставит базу раньше, это база золота, и у меня проваливается под пуш. То есть понятно, что он... С экономикой у него все хорошо. Вот сейчас это будет видно. Вот, вот оно как бы. Заштриховать, и будет разница. Но потом я золото занял. А у него закончилась база, видимо, да? Вот она закончилась база у него, основная. Или друзы на этом, на золоте. А, нет, это мое падение вообще. Что это за падение? Это падение добычи на золоте, массовое убийство рабов. У него просто не было прироста. Ладно, товарищи, спасибо вам за то, что смотрели. 23:23 сейчас по Москве. Время заканчивать. Приглашаю вас завтра на трансляцию по Divinity Original Sin с BSP, продолжение, в 16:00 по Москве, а после будет снова StarCraft. Не, еще каточку. Капец, ты конспиратор, делаешь иллюзии колоссов прямо перед носом. Так я когда вспомнил, так и сделал. Лучше сделать, чем не сделать, хотя бы потому, что они какое-то количество урона вытанкуют. Просто вспомнил.
Вспомнил, что есть. Так же, как надо было вспомнить, пустить иллюзии на разведку. Карту облететь, на мейн к нему залететь. Масса недоделок, масса ошибок. Просто масса. Терн. А против Терна я вроде как хотел играть в Темпларов. Но в прошлый раз хотел, но не доиграл. То есть Роботикс, Апсы, Контр Дропов, Сталкеры с Блинком. И... Грейды, Мазеркор между базами. Что еще там ценное? Что еще ценное? А, и в разных местах делать этим ключевые здания. Чтобы можно было накидывать туда бусты. Да, как-то так. Пока развиваемся. Только-только вроде раскликался, в общем. Только-только. Надо играть часов по 8 в день, тогда что-то будет получаться. Хотя бы недельку так пооттачивать. На наши зомби напали. Ну, чинит еще. Это да. Ну ок. Карманную базу ставим сразу же. Рабочих уволят. Молодец. Стенки ставят вообще. Красавчик. Доставим мечик. Конечно, ставим. Что он не сделает, в конце концов? Настойчивая пробка, настырная просто. Бзз. Ай, я знал, я знал. И тут застроено, все, замуровали демоны. Делаю корум. Опять виспена нету. Чекаю базу, база очень рано. Обдурина. Я здесь, среди теней. Так, где тут рабочий? Нет, он чинит. Мои окей. Навыки. Я и Мазеркором-то хотел бы к нему слетать. Рабочий, рабочий, рабочий. Одного сталкера, пожалуй. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Пустота. Сейчас придем, постреляем. Холодна. Да свершится правосудие. Роботикс нужен. Враг познает нашу ярость. Два Марика. Окей. Я понял тебя. Светит еще меня. Я здесь, среди теней. Ладно, поехали. Гелионы. Хм, странный какой. Это не могут быть банши. Он очень странный. Серджигов или Кидж поддержал ваш канал на сумму 1051 рубль. 1050! Недостаточной энергии. Я здесь. Он реально какой-то странный. Медвак? Медвак — это очень интересный поворот. А можно мне рабочих еще? Можно пару апсов? Можно фаржу? Не хватает минералов. Ионная
Лиси. Что ты? Да я не хочу, чтобы мне сейчас мину дропнули. Я если не хочешь, чтобы тебе мину дропнули, оставь апсам. Ой, нет, нет, нет. Тихо-тихо, уходим. Походим, походим, походим. Видели, как на опережение было поставлено? Делаю грейд на блинк, добавляю еще пару гейтов. Очень странный хуман. Но меня тут мало. Так, здесь апса 2. Апса 2. Один здесь, другой тут. Так. 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 И так. И так. Да норм. Что я хотел сейчас сделать? Я хотел, ну, как блинк, хотел выйти, наверное, на следующую базу. Базовая защита против дропов у меня есть. Он так поджат. Мне бы его дожать. Поставить одного сюда. Хотя бы. Открываем гейты. Призму надо сделать. Я чувствую, что могу. Опять он застраивается. Ой, понятненько. Таки да. Что ты, враг? Я здесь. Ну ладно, ты здесь, я тут. Эдвард поддержал ваш канал на сумму 322 рубля. 322. Привет, Миша. Потонить будем. Потонить будем. Мы согласны. Царь. Рона Хаши. Разработка завершена. Разработка — это блинк. Ох, хорошо. Почти вовремя. Ресурсы начинают скапливаться. Пилонов не хватает. Я здесь. Не успеваю там и тут. Грейд на атаку. Он много потерял, конечно. Надо поразложиться еще. Догорит. Тут 4 зелка прыгают сразу же. Он выходит, я дропаюсь. Надо завязывать битву. Ну, так, чтобы отвлекать его. Ой, мина. Тогда сюда. У него с экономикой полный фарш. Тут можно слово еще поставить. Я думаю, надо просто делать подвар. На случай, если он решит в размен пойти. Тут делать слоу. А, он пошел в размен, кстати. Не, не пошел. Мину вижу. Не, он просто слабенький. К сожалению. А, не туда. Лучик я не трогал. А через фокус хочу, чтобы нейтрализовать эффекты лечения, но все равно не справлюсь. Ой, там мина! Бах. Хорошо. Ладно, нормально. Мы убили у него экс полностью. Тут 30 рабов на экспанде. Улучшение завершено. 5 косарей, откуда это? Вообще непонятно откуда. Я здесь. Пару имморталов сделаем. Тут еще... Это перебор по рабам. Надо сразу ставить базу так, ставить базу так. И идти еще при этом к нему. Свершится правосудие. Второй грейд на атаку. Он верит у меня нычку. Добавляю
Еще три гейта. Кора здесь, но защита. Что ты предложишь? А что он сделает? Он сейчас пытается восстановить свой эксп. Здесь у него базы нет. Let's win more easy for us. Ну чё, я спорить не буду. Чё мне спорить-то? Я здесь, среди теней. Вообще изи. Я. А, ну ясно, у меня тут. Давай аккуратненько. Ох ты какой. Не, только не так. О как. Видели? Может его убить центрями или еще чем-то? Я вот не знаю, может батонами. Да, давайте батонами убьем его. Я выходить не буду, он, видимо, тоже не будет. Но надо как-то его имбой задавить. А то что он расслабился. Тем более там хотели батонов. Все, опс летит сюда. Здесь немножко побольше. Побольше добавляем старгейтов, в частности. Наверное, стоит еще сделать грейд на атаку. Пробустить его. Так, старгейты готовы. ВФ. И мазершип надо запилить еще. Ладно, аккуратненько, аккуратненько так. Пусть развивается с удовольствием. 7 рабов. Перебор. Воу-воу-воу, атака. Надо, главное, отбиваться так, как будто вот на из последних сил. Что вот-вот-вот-вот чуть-чуть и продавит. Ой, я какой-то странный майк платили. А, это не майк платили. Майк платили-то я делаю. Делаю же где-то справа, да, вон все нормально. Вот. О! Сколько мазершип стоит? 300-300! Так, не увидел он мой сюрприз. Там уже батоны делаются. Смотрите, красота-то какая. Там мазершип, тут батоны вылетают. Два, правда, не три. Но, блин. Как хотелось. Странный, большой разброс между игроками почему-то. 5 игр назад были значительно лучше. Последние 3-4 игры прям. И Зерк такой вяленький, и Теран вяленький, рандом до этого вроде как. Все, на этом точно закончена трансляция. Увидимся с вами завтра в 16:00 на стриме Divinity с BSP Original Sin. Теперь мы два волка-одиночки. Будем с косарем ХП всех уничтожать. Дисбаланс. Ну и завтра же вечером StarCraft. Ориентировочно в 8 часов. Приходите. Либо с Сережей 2 на 2, либо соло. Не хочется прощаться. А давайте еще, наверное, одну игру. Нет.